Йо-йо. Здорово, Владан. Здорово. Так, ну ладно. Допустим, все будет хорошо. Значит, чего, ребят, так, 150, думаю, что можем начинать. Значит, мы с Владой сегодня созвонились, уже проговорили, как построим нашу сегодняшнюю беседу. Предположительно, мы два часа будем говорить, то есть две сессии по часу. Во время вот этой первой сессии, которая уже началась сейчас, мы обсудим ваши вопросы, которые вы оставляли в комментариях, вопросы, которые Workspace подготовил для нас, Ладо. Постараемся ответить коротко и емко. Среди них, конечно же, много вопросов о том, как вы начинали ваш жизненный путь, как режиссура оказалась в вашей жизни. И вот такие вещи, которые мы, не знаю, Ладо, поправь меня, если я не прав, наверное, раз 50 уже рассказали, и, наверное, в каждом интервью говорим об этом. Ну, я думаю, что мы просто блиц устроим по тем, заостримся, интересные, более для подробного обсуждения, чистыми, вот, и идут и с Олегом в том числе. Поэтому, вот, мне кажется, как-то так будет все устраиваться. Да. А второй час мы посвятим уже каким-то нашим личным излияниям, вопросам, каким-то более, что ли, философским и, наверное, более, что ли, профессиональным с точки зрения того, что меня лично как режиссера, что Ладо как режиссера интересует в работе нас и того, что нас окружает сегодня. Вот, такой у нас план. Ну чего, тогда давайте начнем. И начнем с вопросов. Может быть, рассчитаем на камень, ножницы, бумага, кто начнет. У тебя есть список, у меня есть список. Так, ну как мы с тобой договорились, давай камень, ножницы, бумага, кто первый начинает, погнали. Давай. Раз, два, три. Да подожди. Цу-е-фа, правильно же? Договорились, давай. Давай. Цу-е-фа. Все. Так, ладно, я первый задаю эти вопросы, погнали. Хорошо. Давай, это первые вопросы, собственно говоря, они такие достаточно общие, которые ты, наверное, отвечал уже достаточно большое количество раз, поэтому, если можешь коротко, с чего ты начинал свой профессиональный путь? Хорошо, я поступил в институт на режиссуру, потому что мечтал снимать музыкальные клипы. Закончил институт, в это время снимал музыкальные клипы, после окончания продолжал их снимать, а потом вдруг случилось кино. Давай по принципу трех вопросов, три подряд вопроса я тебе задаю. Да. Давай. Значит, соответственно, по твоему мнению, по вашему мнению, как обращается здесь человек, обязательно ли иметь высшее образование режиссера? Нет, это не обязательно, но высшее образование может помочь со средой. Если вы не знаете никого, кто любит кино, то в институте, на курсах вы можете найти себе союзников и друзей. А все остальное вы можете получить в интернете или на каких-то курсах. Высшее образование не обязательно. Есть огромное количество удивительных совершенно авторов, которые и без него как-то справляются. Вот. В принципе, ничего в жизни обязательного нет. Но это полезно очень, как мне кажется, образование. Так, дальше. Одно из твоих правил жизни – надо меняться, всегда меняться. Стоит ли в нынешней ситуации в странах СНГ некоторым сотрудникам пересмотреть свои профессии и продолжать оттачивать навыки, чтобы не остаться без работы? Я думаю, что перемена – это вещь такая, она разного масштаба бывает. Ты можешь поменять свое отношение к, я не знаю, к мату на экране. Ты можешь поменять свое отношение к любимой женщине, к стране, к работе. Mm-hmm. Вопрос в том, чтобы, ну, улучшаться, вот, и искать что-то новое для себя. Знаешь, что надо ломать все, что у тебя есть, и строить новое, или там просто ломать, ничего не строить. Я думаю, что это просто полезный навык. Как бы и в СНГ, и в Папуа-Новой Гвинее. Вот, это везде работает. Так, мне кажется, это естественный процесс развития цивилизации любой, как и внутренней, так и внешней, которая нас окружает. Ну, тут смотри, Олег, уточнение небольшое, что имеется в виду в нынешних обстоятельствах пандемии многие остались без работы, и в том числе как бы творческий цех достаточно сильно пострадал. Мы вынуждены все находиться в изоляции, и каким-то образом перестраиваться, и как продолжать, собственно говоря, работать, как пересмотреть и свои, как бы, инструменты в профессии, скорее, да, и как развиваться, продолжать. Это такой вот, как бы, животрепещущий вопрос, актуальный прям вот в данный момент для тебя, для меня, для всех ребят. Ну, я думаю, что ковид и пандемия, которая случилась, скорее даже изоляция,
это как лакмусовая бумажка для общества, для целиком для нас, для того, чем мы занимаемся и как мы это делаем. И очевидно, что какие-то, придется решения кому-то принимать, кому-то нет. Вот, кому-то придется. И здесь уже каждый сам решает. Это лишь повод просто крепче ухватить тот руль, который у вас был до ковида. Или, может быть, этот звоночек, чувак, ты занимаешься не тем делом, может быть, все это было тебе не нужно. Не знаю, это вопрос каждого лично. Я думаю, что надо воспринимать это просто как очередное испытание, которое мы обязательно пройдем. Вопрос в том, как, зависит от нас. Вот и все. Вот. Меняться нужно, конечно. Сейчас вся вселенная говорит нам, ребята, алло! Вот, значит, сходу я, прости, сделал небольшое лирическое отступление. Мы говорили с Савой Розановым, Есенин Кахимонтак, о том, что огромное количество заметок скопилось за все предыдущие годы в телефонах, на компьютерах, в записных книжках. Нужно сделать это. Вот есть такая идея, вот есть такая задача, вот есть такая мечта, есть такое желание чему-то научиться. Вот эти заметки в огромном количестве сейчас, вот, которые сложены, было время реально их открыть, потому что тебя не отвлекали никакие другие дела, там, кроме семейных, бытовых. И вот вопрос, а вы, Ладо, вы, ребята, которые с нами сейчас, вы открыли эти заметки, вы сделали то, что хотели? Ну, смотрите, может быть, эти заметки и не нужны. Если не открыли, значит, вам и не надо было. Вот, значит, и не надо было. Если не открыли, но мучить совесть, может быть, вы на самом деле что-то другого хотели, не эти заметки. Я вот посвятил много времени и счастлив, что удалось с какими-то вещами справиться. Вот, потому что, по-другому я бы не сел. Если бы весь мир не остановился, я бы никогда не залез в этот чертов раздел идеи. Вот, такие дела. Так, что, теперь с моей стороны три вопроса? Да, получается, да. Окей. Так, Ладо, ты как борешься с сомнениями в творчестве? Когда идей много, а отсеять одну сложно. Ну, мне кажется, не надо бороться с сомнениями. Это часть твоей работы, внутреннего процесса. Мне кажется, если они перестанут, эти сомнения присутствовать в тебе, то, мне кажется, будут впоследствии некие проблемы. Потому что, основываясь на не только этих сомнениях, а на каких-то внутренних еще интуитивных решениях и на каком-то сознательном анализе, ты как бы суммируешь все в целом и вычленяешь там тот или иной результат. Потому что, как бы, мне кажется, наоборот, важно учитывать эти сомнения, прислушиваться. Так ты сохраняешь трезвость, и в тебе не прорастает, мне кажется, древо всезнания и гордыни. Поэтому, мне кажется, надо каким-то образом прислушиваться обязательно, не поддаваться в какой-то момент этой чрезмерной панике и паранойи о том, что эта идея вторична там, и так далее. Понятно, что экзаменатор этой идеи, как бы, это зафиксировано на бумаге, ты единственный, и ты несешь ответственность. И все удачи и неудачи уже как следствие, как бы, это результат твоих решений. Но бояться их не нужно, нужно с ними работать, нужно их отчасти даже любить и находить с ними какое-то взаимодействие, извлекать из них пользу, проверять свою идею за счет этих сомнений. Вот как-то так. Хорошо, но ты не ответил на вопрос. Да, почему нет? Как из трех идей выбрать одну? Как из трех идей выбрать одну? Ну, там написано, вот сомнения творчества, когда идей много, и как отсеять, вот, выбрать сложно одну. Вот что ты делаешь? У тебя есть три идеи. Говорит, пришел к тебе Нойс, пришел к тебе красавец, Тайлер, The Creator, говорит, Ладо. Вот. Придумай. Ты придумал три сразу. Какую дать одну? Потому что только один раз выслушает тебя. Мне кажется, это все зависит исключительно от твоего внутреннего условно компаса. Ты всегда можешь определить, какая наиболее из трех идей сильная. Это все зависит от тех качеств, которые ты себе развиваешь. Вкус, насмотренность и прочие, скажем, скиллы, которые ты все развиваешь, будем так называть. Ну, они все классные, понимаешь? Они не бывает, не бывает, не бывает. Значит, просто ты должен понять, как бы, всегда существует одна какая-то ключевая тема ли, либо проблема внутри тебя, о которой ты хочешь высказаться. А все остальное ты, как бы, я проверяю всегда для себя, насколько это меня, я даю этому чуть-чуть полежать, там, может быть, денек, но чаще всего интуитивно, что мне в первый раз понравилось из трех, допустим, вариантов. На следующий день, как бы, уже более сухо, не так включенно в это, я понимаю, что это наиболее
правильное решение. Хорошо, полежать. Полежать, пусть отстоится, да, вот так. Да. Так, хорошо. Ну, слушай, это было долго. Мы на блиф договорились, дорогой. Людям интересно, как ты подходишь к написанию сценария? Какой твой подход к созданию концептов, которые ты реализуешь? Чем точнее ты описываешь детали в тритмутах, тем удачнее они получаются, или же ты приходишь к какому-то другому? Я попробую сейчас переформулировать. Когда ты работаешь над созданием сценария или концепта, для тебя обязательно продумать все в мельчайших деталях, или это не обязательно для того, чтобы сценарий у тебя сложился? Тебе нужно сразу вот все в деталях, или для тебя сценарий, уже сформированный внутренний, может быть, представляет собой достаточно размытую картину? Ну, лично у меня, мне важно иметь очень четкую структуру понимания, от чего к чему будет развиваться история, даже если она может быть очень субъективна, понятна только мне одному, и это даже находится на территории некой абстракции. Все равно я выстраиваю для себя некую логику, по которой уже в дальнейшем мы это будем реализовывать. Да, такое бывает, что ты уже на площадке можешь что-то видоизменять, а ты основываешься на том фундаменте, который ты закладываешь на бумаге. Но этот фундамент из чего стоит? Это структура, визуальное решение и что еще? Ну, это все зависит, каждый индивидуально пишет сценарий, режиссер, как бы, просто в музыкальных клипах, допустим, к примеру, я пишу это все скорее похоже на режиссерский сценарий, потому что там уже указаны какие-то решения режиссерские, мобилизации самого кадра, как он будет должен, как он должен выглядеть. Но с прошествием времени, чем дальше, тем чаще я оставляю зазоры для того, чтобы прислушиваться к реальности, что она подсказывает, не быть человеком, который абсолютно глух и нем к проявлениям окружающего мира. Вот. Достойно. Так, и, значит, третий вопрос. Ко всем собственным клипам и рекламным проектам пишешь сценарии сам? Это, наверное, вопрос. Расскажи, бывает ли так, что ты сильно засиживаешься допоздна? Это второй вопрос. Это уже... Так, ладно, хорошо. Ответ на вопрос, ко всем ли проектам Ладо пишет сценарий сам? Наверное, нет, потому что иногда бывает, когда приходят проекты, ты их дорабатываешь. Ну, если говорить к музыкальным клипам сам и только сам. К рекламам бывает так, что нет, у меня есть несколько проектов, собственно, Империум, Оксимирона и Хабиб. Это никакого сценария не было, ничего не было. Просто были задачи. Мы хотим показать вот это, нам важно увидеть это. Больше ничего, и пишется сценарий. Чаще всего в рекламе приходит уже с готовым концептом. Ты как режиссер предлагаешь видение или как бы видение этой реализации, возможно, или какие-то дополнения к сценарию. Так что в основном в рекламе ты вынужден отрабатывать уже предложенные кем-то решения. Ну, кем-то конкретно это обычно креативная команда со стороны агентства. Mm-hmm. Так, ну вот это три моих вопроса было. Да, тогда погнали, будем держать темп. Я чуть понял, как надо кратко отвечать, давай. Олег, если попросили бы оставить только один, какой из трех фильмов ты бы оставил навсегда? 451 градус по Фаренгейту, давай. Вот все фильмы собрали в одну кучу, облили бензином и сказали, выбери один, который нужно спасти. Но при этом, как бы тот, кто собирается их сжечь, говорит, что ладно, я даю тебе возможность выбрать из трех на свой вкус почему-то. Вот. И «Вечное сияние чистого разума» — это первый фильм. «Через вселенную» или «Бойцовский клуб». Ты не смотрел эти фильмы? Блин, сложный вопрос, потому что все кино такое разное. Давайте сделаем так. Эти фильмы, чтобы как бы понять, потому что если для всего человечества сгорают все фильмы, остается только один, значит, это будет единственный наследник для всего человечества о человечестве. Ну, понимаешь? Вот давай добавлю обстоятельств, будет интереснее. Вот все человечество покидает Землю, ты остаешься один. Но главное условие, что кинематограф будет уничтожен и должен остаться один фильм. Вот все собрали в одну кучу. Вот и говорят, один фильм, Олег, мы, покидая планету, хотим оставить тебе, точнее, ты можешь его выбрать. Вот какой фильм, не из тех трех, которые предложены, а вот именно твой, самый, который ты готов пересматривать, ностальгировать, любить и так далее. Вот один единственный, с учетом того, что все остальное нужно уничтожить. Давай будем радикально подходить. Вот так вот. Блин, ну, короче, это сложный вопрос, правильного ответа на него нет. Я думаю, что, несмотря на то, что из этого списка это не самый мой любимый фильм и не самый сильный фильм там по режиссуре, по сценарию, «Через вселенную» я бы оставил, потому что в какой-то момент меня бы задолбало смотреть, я бы начал просто подпевать, я бы не забыл бы «Битлз» в таком случае.
Нет, Олег, смотри, я чуть-чуть перефразил вопрос, вообще не учитывая эти фильмы три, вообще идет весь кинематограф, все кинематограф, выбери один фильм, который бы ты оставил. Я сейчас с женой и с малышом ездил на Сицилию и взял с собой камеру до 8 миллиметров. И, ну, снимал семью. Вот. И сейчас как раз время было свободное. Я смонтировал фильм. 20 минут идет. Это фильм вот о том, как моему малышу 2 месяца и как мы с Викторией любим друг друга. Я бы этот фильм оставил. Вот нормальный ответ режиссера. Тот фильм, который он сам снял. Все понятно. Ребят, а вы, кстати, заодно напишите. Да, ребят, согласен, курение убивает. Это факт. Я сам себя убиваю, не призываю вас к этому. А вы напишите, какой бы вы фильм оставили. Так, ты работал на фильме «Вторжение» Федора Сергеевича Бондарчука. Поделись об атмосфере на площадке и на какую должность тебя туда позвали. Я работал там режиссером экшн-юнита. То есть это была киногруппа в киногруппе. Это, конечно, полноценный. У нас был человек 60, то есть, ну, полноценный коллектив. Совсем про всеми. У нас был свой продюсер, свой второй режиссер Оксана Кравчук, оператор Миша Милашин. Ну, в общем, полностью весь стаб. И мы снимали весь экшен. То есть погони, взрывы, катаклизмы, затопление города водой, пролет космических кораблей, разрушение зданий. Вот все, что там есть. Вот из экшена, кроме самого финала, его Федор Сергеевич снимал сам, это делали мы. Это заняло, по-моему, 40 дней, не 40, да, около 40 дней съемочных было. То есть почти как целый фильм у нас был. Вот чем мы там занимались. Атмосфера была отличная, потому что мы все работали по кайфу. Знаешь, это было, Ладо, вот с тобой поделюсь, это был очень интересный опыт работы. Ты работаешь, снимаешь кино, прям большое кино, со всей вот этой свободой, которая тебе дается. Но ответственность там чуть меньше, потому что глобально за концепцию фильма, того, как вот он в нюансах должен выглядеть, вот эта головная боль, самая головная боль, весь этот страх, он остался у Федора Сергеевича. А мы кайфовали и снимали классные сцены, классные куски, вот, с абсолютной свободой какой-то и удовольствием. Это был отличный опыт. Вот. Но, конечно же, всегда хотелось встрять и сказать, дайте мне снять игровую сцену. Классно, гонки, это круто. Вот. Но хотелось снять игровую. Да, атмосфера была прям супер отличная. Мы еще летом это снимали. И было прекрасное лето. Ну, было здорово. Это прям как кинолагерь был огромный, представляете? Вот. А когда соединилось 2 юнита, представляешь, 150 человек, перекрытые 2 улицы в районе высотки на Красных Воротах. Просто такая огромная команда, там было кейтерингов, буфетов штук 20. Просто столько этих. И вот целиком день и ночь вот такая была тусовка, и снимали там 9 камер, все юниты по-своему. Отлично было, это прекрасное воспоминание. Всем здорово. Что-то я просто подумал, что с предыдущим вопросом мы как-то ответили, но еще хотелось бы услышать, какой бы фильм, если тебе сказали, нужно уничтожить, ты бы уничтожил. Давай так. Нельзя ответить на, знаешь, вот так на вопрос нельзя ответить, что твои первые работы. Не надо, пожалуйста, это сейчас я забираю. Ладо, я бы уничтожил твои первые, я сделал бы тебя счастливым, уничтожил бы твои первые работы. Достойно. Нет, ну хорошо, нет, я бы уничтожил человеческую многоножку. Вот, я думаю, что это ошибка. Вот, и мы у ребят тоже заодно спросим. Ребят, расскажите, какой фильм вы бы прям вот изъяли бы из архива человечества? То есть, как бы вот, какой бы вы сожгли фильм? Один. Так, и последний вопрос из 3, который мы планируем. Расскажи, пожалуйста, про работу на ТВ-3 «Горизонт». Сколько серий, сколько времени заняла подготовка и какой съемочный период? Мы готовились, по-моему, 3 месяца было с момента, когда пришел первый драфт сценария, над которым мы долго работали. Ну, и не только над сценарием первой серии, но и над всем сезоном. Вот, достаточно быстро. Съемки проходили в течение 2 месяцев с разрывом небольшим, потому что была Москва, Владивосток, мы что-то не досняли еще что-то на июнь. Но общих съемочных дней было 20, по-моему, 2 или 23. Ну, мало. Вот. И вот вышла первая серия всего сезона, а сезон не вышел. Вот. Ну, я не знаю, выйдет или нет, потому что, ну, я условился поработать только на пилоте, чтобы как бы задать начало, какой-то визуальный стиль и ход этому всему вот задал, а дальше ребята, продюсеры думают, что делать с этим. Но, ну, работа на телеке мне не очень понравилась, честно говоря. Так, 3 вопросов закончилось. Нормально, хорошо. Бежим темп. Так. Так, сколько у вас с Ильей Найшулером отняло времени написание сценария для клипа «False Alarm» для «Weekend»? Он сразу был написан на английском языке.
И расскажи о совместной работе. Блин, ну это уж другой вопрос. На самом деле, ну, ты можешь коротко ответить, сколько вы работали над сценарием? Я не могу сказать точно. Обычно мы разгоняем все достаточно быстро. За часа 2-3. Ну, то есть... За 2-3 часа? Прям сценарий прям? Ну, мы в целом просто... Как только ты придумал концепт, если концепт верно как бы сформулирован, то дальше уже все само идет. То есть как бы мы какие-то общие вводные проговариваем, там вот здесь может так, может быть так, а дальше ну, как бы все идет само по себе. То есть я иногда сам удивляюсь, что нам просто надо сесть реально на пару часов, чтобы разогнать. У нас огромное количество, у нас сырье есть на Яндекс.Диске, мне кажется, называется это «Музей нереализованных идей», я его тоже называю, потому что, ну, есть у меня отдельно, еще то, что сырье, то, что мы не смогли снять по той или иной причине. Просто как бы сели, разогнали как бы классно. Ну, то есть оно никуда не пошло, ничего страшного, просто как бы фитнес для ума. Вот, если так вам сказать. Это прекрасно вообще. Это круто, что вы вот так вот сошлись и вместе все это рожаете. Потому что я всегда рожаю в одиночку, и это занимает очень много времени, просто, ну, боль чертовски. Не, да. Непосредственно к фолс-аларму и каким-то отдельным еще работам там, собственно, проходил так. То есть не значит, что мы с Ильей все разгоняем, и я все время, ну, Илья сам работает, я сам работаю. То есть это тоже... Ну вот, собственно, вопрос. Расскажи о совместной работе режиссеров, вот когда какие-то фиты происходят, не знаю, был ли у тебя еще какой-то опыт работы, вот, кроме как с Ильей, чтобы вот прям в спайке. Возникает ли разногласие из-за разных взглядов? Нет, на самом деле, вопрос исключительно доверия, вот, потому что, ну, мы знакомы с ним давно, думаю, уже лет, больше 10 лет, наверное, да. Вот, и как бы есть определенное доверие, которое выработалось, и когда мы договариваемся о том или ином проекте, есть как бы человек последний, кто принимает, как бы сказать, решение. То есть вы все-таки все. Сразу ставите, смотри, чувак, я тебе помогаю всем, решение принимаешь ты. Или, а ну да, к примеру, да, то есть если это вот, как бы, то есть ты главный на этом проекте, условно, ты должен принимать финальное решение. Я как бы обслуживаю твою идею в том смысле. И каждый из нас вот так вот разделяет обязанности, то есть как бы все, это нормальный такой уважительный процесс, то есть ну, если я не лезу и не навязываю, вот, слушай, я точно так чувствую, точно так знаю, возможно, бы точно Илья бы снял по-другому, но я это снял вот так, и он принимает это. То есть поэтому здесь нету каких-то там супер каких-то конфликтов, разногласий. Вот скорее. Но есть обмен опытом, это самое главное. Вот это вот два мира, когда сталкиваются, синтез происходит. Это класс. Это круто. У меня был такой похожий опыт, вот, и очень приятно так все прошло. И все эти разногласия, они на самом деле очень помогают найти третье решение. Это часто и так бывает. Самое интересное. Так, и третий вопрос. Чтобы удачно продать проект, нужно ли сделать тритмент крайне заманчивым? Конечно, надо сделать классный, тритмент. Да. Блин. Давай, это там нормальный вопрос. Сейчас я прочитаю парочку из них. Я как-то периодически поглядываю, что ребята предлагают сжечь, и там, конечно, Это, кстати, полный расколбас такой, экстремальное кино, да. Вот. Ну вот насчет зеленого слоника, ребят, я категорически не согласен. Его сжигать не нужно. Я думаю, что это... У него задача была другая, не зрителя удовлетворить своим явлением. Другая была задача у фильма. Да. Так, Ладо, в одном из интервью ты говорил про музыкальные клипы. А визуальный ряд не всегда должен соответствовать музыкальной композиции. Вопрос. Какие возможности ты используешь, чтобы дать артисту четкое представление, какой ты увидишь ту или иную сцену? Но вопрос заявки не соответствует немножко. Но, скажем так, когда ты сам прекрасно понимаешь, что то, что ты написал, это вообще не про музыку, вот как к артисту с этим прийти? Как ты его убеждаешь в том, что это ему нужно? Хотя, на самом деле, если видеоряд из визуальной не соответствует музыкальному видео, наверное, может быть, это и не про музыканта вообще, и не про музыку, а про тебя. Да, на самом деле, слава богу, так складывается, что мне удается работать с людьми, которым не нужно это объяснять, что музыка не всегда как бы соответствует видеоряду или словам, поэтому... Если людям это необходимо, то я с ними не работаю. Вот как бы тут разграничение очень понятное. А вот теперь от меня вопрос вне этой тройки. Скажи, но так получается, что видеоряд не соответствует музыке, как мне кажется, только потому, что тебе эта музыка, на которую ты сейчас пишешь, не нравится, она не твоя. Это ли причина?
Нет. Когда фильм закрывается, она все равно будет в том, что ты решил, она все равно там будет звучать в изображении, разве нет? Нет, смотри, там вопрос, как я понял, звучал относительно, ну, текст не всегда должен соответствовать или иллюстрироваться видеорядом. Потому что ну, это самое понятно. Ну, чаще всего это как бы ну, об этом спрашивают. Я во всяком случае вопрос так этот понял. Ну, я считаю, что если у меня есть такие работы, где музыка не соответствует видеоряду, ну, мне кажется, что это в той или иной степени соответствует, где-то не так буквально, и это сознательно, потому что, ну, под сильную долю делать монтажную склейку, это понятно, как бы это, в принципе, и достаточно ясно, как это делать. Вот, но я всегда это оцениваю, как бы я для себя это всегда позиционировал, что ну, как бы это очень удобная форма ответа с моей стороны сейчас будет, но я не позиционирую как это музыкальный клип, у меня все маленькие фильмы, все, и я как бы не стесняюсь этого, говорю для себя, придумал себе этот обман, намазал глаза маргарином и убеждаю себя в этом и окружающих, что это маленькие фильмы, все, и поэтому рассинхрон всегда допустим, все. В конце концов, у каждого свое представление о музыке. Да. Да, в фильмах тем более. Так, ну хорошо, теперь твои вопросы. Так, значит, режиссер Йован Тодорович, я прошу прощения, если неправильно произношу фамилию, имя, спрашивает, какую оптику вы использовали с Женей Козловым на рекламе «Тачбан»? Все ли кадры были сняты на 16 миллиметров? Я не помню, какую оптику мы снимали, и первые два кадра в самолете, и на мотоцикл, руки на мотоцикле, мы не смогли использовать кинокамеру, потому что, ну, было сложно ее загриповать, а самолет, на котором мы летали с этим маленьким штурвалом, он был такого размера, такой комплекции, что он не мог себя физически вместить тушу кинокамеры, там мы использовали Blackmagic или какую-то Соньку совсем маленькую. А вот на какую оптику снимали все остальное, честно, я не знаю, я не очень хорошо разбираюсь в оптике, я отличаю аноморфот от сферических линз. Вот как называются, когда у тебя блики вот какие-то шестиугольные, я вообще не знаю. В общем, это, наверное, лучше... А, ультра 16. Ультра что? Ультра прайм. Привет, Жень. Вот, ультра прайм, 16 объектив мы использовали. Ну, я помню, что да, действительно, мы использовали один объектив, потому что нам нужно было найти какое-то примерное вот ощущение взгляда человека на собственные руки. И оно должно было быть одно. И всегда один и тот же объектив мы использовали. Так что вот, да, вот так, такую оптику использовали. Принимаете ли участие на этапе цветокоррекции? Насколько подробно готовитесь к съемке, делаете раскадровки, аниматик? Всегда ли придерживаетесь сториборда на площадке и допускаете импровизацию? Ну, здесь три вопроса в одном. Я думаю, что суммировать их стоит таким образом, что как ты готовишься к съемке, то есть раскадровке или аниматике, и придерживаешься ли ты плана, который ты изначально наметил на бумаге или в виде аниматика? Я считаю, что подготовка – это супер, очень важная вещь. Все начинается с нее, и зачастую там и заканчивается творчество. Это супер важно придумать все. Я стараюсь сделать именно так. Даже на кино, когда у тебя там большой фильм, ну, стремлюсь максимально все раскадровать. Если не получается нарисовать это красиво, то хотя бы двумя загогулинами, если без загогулин, то хотя бы текстом. Если не текстом, то хотя бы ты обсуждаешь это с оператором. То есть, ну, максимально должно быть все подготовлено, чтобы потом на площадке, когда все ломается, а все ломается очень часто, по каким-то погодным условиям, по, не знаю, грип-трак не приехал вовремя, или там реквизит вдруг что-то не то принес, или ты херово сформулировал, что ты хочешь, и получил не то, что тебе нравится. Ну, то есть перемен бывает много, это совершенно живой организм, это стихия съемки, и все тогда меняется, но ты уже знаешь, относительно чего ты меняешь свою картину, от чего ты отказываешься и зачем это все было нужно. Потому что пока ты пишешь раскадровку, подробные, не знаю, там, описание цвета и света, ты не просто картинки прикладываешь как режиссер, ты объясняешь, зачем именно это тебе. И вот когда у тебя это забирают, ты потом понимаешь, чем ты можешь это заменить. Вот. Ну, это вот такая твоя работа, как режиссера. Даже можешь это никому не показывать, в конце концов, если уж на то пошло, но ты сам должен знать. И когда ты пишешь, ты знаешь, что тебе нужно. Вот. И когда ты знаешь, что тебе нужно, ты можешь получить ну, максимально эффективно от твоей задачи. Вот. Поэтому, да, все это делаем. На кино бывает сложнее, ну, на рекламе просто такая традиция, это уже такой этикет. Написать все. Абсолютно все. Вот. Иногда это бесит, когда ты обсуждаешь пуговицы там, или оттенок рубашки на
героя второго плана в рекламе. Это бесит очень, потому что это не имеет отношения к деталям. Вот, и там я говорю, пожалуйста, ну, только там не яркое или только не красное. Ну, а так, конечно, это надо. Вот. И когда это не получается, тогда страшно. Потому что, ну, ты не знаешь, ты не сформулируешь, что ты хочешь, как это должно быть, тогда страшно. Вот. Там бывают другие еще ситуации, я, может быть, расскажу потом о Сироткине «Бейся сердце». Там была абсолютно, ну, принципиальная позиция, ничего не придумывать, но я как-нибудь расскажу отдельно, вот, не в блице. Вот. Так, расскажи, как ты управляешь своим временем на проекте? Какими навыками и качествами, на твой взгляд, должен обладать в современных реалиях успешный режиссер? Я думаю, самый главный навык – это ставить задачу ясно и четко. Вот сейчас, пока мы снимали «Грома», это был очень, очень большой фильм в очень сжатые сроки. И я понял супер важную вещь. Реально все зависит, то есть не твой вкус имеет значение, не там твой, как это называется, не пиетет людей, которые с тобой работают, не ваша дружба, знакомство и взаимопонимание с двух слов. Нет, работает умение сформулировать задачу. Когда у тебя есть очень много людей, от которых зависит картина, там 25 цехов одновременно работают, там 40 человек, ты должен поставить конкретную задачу, что ты хочешь. Вот, это может быть в двух словах, может быть там в 30, но должно быть конкретно, потому что пока нет конкретной задачи, и результат получается неконкретным. Вот это самая главная способность. А что касается времени, как его, ну, приоритеты расставляешь, тут нету какого-то расписания. Так надо снимать кино. 8:30, зарядка, 8:30. Мне 5 минут занимает зарядка, чашка кофе, потом обсуждение. Ну, нет, нету графика. Надо стараться просто расставлять приоритеты, уделять внимание всей группе и еще немножко времени уделять себе, типа отдыхать и вообще не думать о кино. Чуть-чуть надо, иначе сдохнешь. Вот. Как-то так. Но самое главное, что делать, если ты задачу неправильно сформулировал? От меня вопрос уже. Просто такое бывает, нормальная практика, когда ты ошибся, ну, как бы ты ищешь, ты как бы в поиске находишься, тебе необходимо попробовать разные варианты. Вот как бы ты сформулировал задачу, направил группу самое главное не орать на человека, который тебе принес это, вот, и честно признаться ему о том, что, блин, кажется, я был неправ, и вы вместе найдете новое решение, вот так. Потому что часто, честно, вот у меня есть такое качество, бывает, я там говорю, ну, вот надо так, так и так, ну, набегу. Тебя спрашивают, завтра там у нас, мы забыли обсудить трость. Ну, вот такая, ну, трость, вот. Тебе приносят, и ты говоришь, блин, это полное говно. Или я говорю, что должны быть другие машины. И начинаешь злиться, вот, внутри, не дай бог еще, эту злость на кого-то вымещаешь. И это самое ужасное, вот. Потому что, ну, потому что просто... А потом думаешь, это я просто хреново объяснил. Человек вообще ни в чем не виноват. Он не может читать мои мысли, не должен вообще, не его работа. Даже если бы был моим лучшим другом, вряд ли бы он прочитал мои мысли. Вот. Если поставил неправильно, надо признаться в этом спокойно и вместе с человеком найти новое решение. Никто не против вместе с тобой искать новое решение. Вот. Ну, все только за. Вот. Все же хотят, чтобы было лучше. Если вы оба этого хотите, вы все, тогда ну, у вас у всех это будет как бы получаться. Главное, чтобы общий язык был просто. Вот так. Что, ты из моих слов? Или там у тебя... Да, да, нет, все. Еще, ну, как раз там несколько подходов успеем, я думаю. Так. Так, ну вот еще короткий вопрос. Существует ли какая-то структура твоего подхода, например, музыкальное видео? Самый начальный этап, ты слушаешь трек, и финальный этап у тебя сценарий, который ты показал музыканту. Вот есть там какие-то шаги, ну, просто базовые шаги? Ну, базовые шаги я для себя сформулировал. Они все равно как бы меняются, чаще всего последовательность, потому что ну, невозможно спрогнозировать, как пойдет процесс. Но методология, которую я для себя избрал, это прежде всего определение темы композиции. Про что она? Вот именно тема. Потому что все слова нанизываются на определенную тему. Вся музыка транслирует определенную тему. Как только я для себя сфокусировался на тем, как бы, про что это... Да, я спрашиваю, коммуницирую с артистом, правильно ли я понял, или даже если я не понял, то готов ли ты к такой интерпретации, да, как бы то, что я это субъективно понял исключительно, и в этом нет ничего как бы оскорбительного, просто я по-своему это прочитал. И если артист соглашается, то я уже просто, ну, как бы говорит, да, ладно, да, посмотрим, или там, меня не смущает. Я ухожу уже и начинаю размышлять на это, исходя из этой темы, какими инструментами, образами, метафорами можно транслировать эту тему.
Если ты говоришь, у меня прямо перед глазами золото мелькает. Я, честно, вот сегодня еще, пока готовился к нашему эфиру, я посмотрел твои работы снова. Mm-hmm. Вот. И честно, у меня немножко взорвался мозг, как ты это придумал. То есть, ну, и там, правда, все, она очень стройная работа получилась. Вот, с этим монстром, который... которому необходимо золото, необходимо материал. Там, да, там, мне кажется, абсолютно исходя из темы самой композиции, возник образ. Это правда важно, определить тему, вот сквозную тему. Mm-hmm. И на самом деле, может быть, когда она есть, другие вещи даже могут быть настолько важными. Вот. Главное, вот это прям супер основа. Потому что пока вот эту сквозную вещь, о чем ты говоришь, не поймешь, можно придумать 25 потрясающих визуальных кадров или даже сцен игровых, но они все не будут работать, хоть ты их перемонтируй так или так. Не, но бывает еще такой момент, что ты можешь схватиться за какой-то образ, вот, но твоя задача все-таки откатиться и понять все-таки, откуда он возник, ассоциативно как бы с тем или, вот. Поэтому, ну, всегда правильнее фокусироваться. То есть, как бы, есть понятие «как», мы начинаем иногда быть заложниками того «как». Вот этот образ ты вот увидел, и ты начинаешь, он тебя начинает преследовать, и ты начинаешь вместе с ним существовать. Важно остановиться и понять, что, про что, зачем, то есть тема. И, как бы, возможно, это подружится, и не обязательно, что, как бы, вот этот вот образ, который у тебя возник, основываясь на «как», будет противоречить теме. Просто ты его интуитивно можешь поймать, такое бывает. Ну, это нужно. Но потом, пускай... бывает, ты его, знаешь, вроде поймал, а потом на монтаже такой, так, не до конца я его понял. И дальше уже магия монтажа, ты переклеиваешь всю историю, и тогда он кристаллизуется. У меня такое часто происходило, когда именно на монтаже в итоге, я понимал, что та тема, с которой я жил во время съемки, она, mm-hmm. то есть я чувствовал, то есть думал одно, а чувствовал на самом деле немножко другое. И вот это немножко, оно прям сильно ломало все. И только на монтаже ты уже доправляешь, убираешь все лишнее, вот, и это работает. Но это правда супер важно. Вот, сформулировать конкретно там в 5 словах, о чем ты снимаешь сейчас. Так, хорошо. Как ты стимулируешь творческое мышление? Опять же, тут все зависит от того, в каком настроении ты проснулся. Иногда ничего тебе не нужно для того, чтобы начать работать и творить. А иногда необходимы сторонние альтернативные источники вдохновения в виде книг, музыки или простой прогулки на природе. Неважно. То есть нужно как бы не ограничивать себя вот этими источниками потенциального вдохновения. Это может быть какое-то событие, да, на улице, которое тебя привлекло, и ты становишься свидетелем. Или же наоборот, ты действительно открыл книжку и увидел какое-то изображение, которое тебя каким-то образом, каким-то образом в тебе это звалось. Но опять же, я повторюсь, это связано с той личной темой, которую ты внутри проживаешь. И ты пропускаешь через некий фильтр окружающий мир. И на самом деле... это все находится в плоскости такого психоанализа своего собственного как бы, ну, ментального состояния. Если ты на самом деле посмотришь свои работы за последние полгода, к примеру, и начнешь их анализировать, ты вычленишь, какие темы, какие проблемы внутренние в тебе были. Вот так лично я это ощущаю и вижу, и по мне результат творческой деятельности отражает прямо того человека, который ей занимается, и он транслирует определенную идею. И так же самое вот с этими источниками вдохновения, просто это как бы взаимосвязанные вещи. То есть у меня есть какая-то тема, есть некая проблема, есть некая идея, которая во мне живет, и все эти источники информации, которые потребляю извне, там, книги, музыка, кино или что угодно, они в той или иной степени пытаются попасть под ту тему, которую я переживаю или проживаю. Вот. Мне кажется, иногда просто ты ходишь и собираешь вот кусочки пазлов, которые разбросаны по всему миру. Вот, погоди, вот просто вот ситуация, чтобы более прикладную форму вывести этот диалог. Вот. Хотя я, честно, подписываюсь под каждым словом, которое ты сказал. Ну вот попробую ситуацию обрисовать. Ты находился на съемке какой-нибудь там рекламы. Закончили смену в 10 часов вечера. Ты пришел домой, уже снял штаны, может быть, еще носки на месте, собрался спать. И тут вдруг у тебя день телефон, ты забыл, что тебе завтра утром в 7 уже нужно сдать сценарий для какого-то очень тебе любимого, не знаю, абсурдная ситуация, но очень тебе любимого там музыканта, или сценарий для вот чего-то там. Ты еще не притрагивался к этому.
и у тебя вот есть 5 часов работы, что ты будешь делать? Вот, как, а ты немножко уставший уже, ты весь день работал, и ты еще не занимался этой концепцией. Вот через 5 часов, блицкригом надо нахватиться на идею. Вот как к ней подойти? Понятно, что у любого режиссера есть какие-то наработки, они где-то лежат всегда. И нету вашей папки с Тайшулиным? Нету, нет, все, забыли. Ну, нет, ну просто в этой ситуации не произойдет чудо, ты не придумаешь что-то новое, прям точно новое, это будет что-то переработанное, старое. Я оказывался в таких ситуациях, когда подступал дедлайн, и я все-таки не был удовлетворен там теми наработками, которые есть. И я начинал вспоминать то, что мне когда-то нравилось, и брал какие-то элементы оттуда, и как бы, ну, будоражил свою фантазию таким образом, вот. Но я не верю в такую историю, как бы чаще всего ты можешь ходить неделю, биться головой о стенку, ну, во всяком случае, так вот протекает у меня процесс, а в последний момент записать эти важные 3-4 предложения, которые тебе абсолютно откроют глаза на то, как тебе нужно дальше это реализовывать. То есть, в ситуации, когда тебе нужно срочно родить, ты звонишь и говоришь, слушайте, ребят, короче, я все просрал, но не сегодня, дайте мне вот столько-то дней. Не, просто не довожу до такой ситуации, в принципе. Ну, то есть, как бы так, ну, это... Ну, ты ломаешь концепцию, я сказал, вот такая ситуация. Не, ну, просто это невозможная ситуация. Это невозможно. Да, невозможная ситуация. Ну, если, ну, ты же споделяешь, как бы, в жизни, что для тебя важно. Вот. Это правда. Кажется, важно не забудешь. Вот, да. Забыть приехать на рекламу, хотя нет, ну, нет, тоже невозможно. Вообще, насколько важна внутренняя дисциплина для режиссера? Ну, или режиссер, может быть, знаешь, таким свободным художником, типа, я сегодня снимаю, завтра нет. Вот как ты думаешь, для тебя допустимо отсутствие... Я просто знаю, что ты очень дисциплинированный человек, да, это спорт, это четкая подготовка, невозможно ничего пропустить или упустить, все должно быть конкретно приготовлено, да, математика. А можешь ли ты себе представить форму, при которой ты вот, ну, вот как художник существуешь, можешь что-то там упустить или не сделать? Вообще, возможно ли так эффективно работать? У кого-то же получается. Ну, мне нужно увидеть этого кого-то. Я не Моцарт, вот, в этом плане. Поэтому я в это совершенно не верю, потому что я как бы абсолютно убежден, что необходима дисциплина для внутренней самоорганизации, для того, чтобы в какой-то момент, когда у тебя бывает так, что нету творческого порыва, я называю этот день режим администратора, когда я просто выполняю функции администратора. Ну, просто не идет творческий порыв, я просто занимаюсь каким-то перекладыванием кирпичиков сюжетных и, в общем, ну, то есть это как бы не так интересно и не так творчески будоражит, но ты должен это делать, ты должен каким-то образом подойти и выстроить это сознательно, рационально, вот. Это такой же тренинг, то есть очень, просто в том институте, в котором я учился, во мне это выработали, то есть я не представляю себе, как можно иначе, потому что у меня были, то есть я и своим примером, и примером окружающих людей, с которыми я взаимодействую, я просто понимаю, что именно исключительно титанический труд, который должен составлять 95%, именно титанический труд, организация процесса, внутренняя организация, и сам там нахожу постоянно этому подтверждение. Понятно, что если ты как бы даешь себе эту установку, ты будешь ее видеть в окружающем мире и в любом ее проявлении. Но просто практика показывает, что, ну, как бы, к примеру, любой большой музыкант должен играть гаммы по 5-6 часов для того, чтобы его пальчики были разработаны. Да ну нет, еще. Нет, нет, нет. Нет, ну, слушай. Только в оркестре, наверное. Но если мы говорим и про... И как в этом отличие профессии художника, режиссера и музыканта? Они профессии сильно отличаются технологически? Не согласен, совершенно не согласен. Есть понятие ремесла, есть вот именно меня вот это и возмущает чаще всего, что режиссурой абсолютно убеждены люди, что может заниматься каждый. И потому что как бы что для этого нужно? Ну, то есть как бы нужно уметь что-то снимать. То есть как бы нету четкой методологии сформулированной, которая могла бы тебе понять... и дать тебе возможность развивать. Она есть, ее каждый индивидуально трактует, каждый в своей мастерской. Но, допустим, если мы возьмем историю с музыкантами, если мы возьмем историю, к примеру, даже более таких прикладных, но не менее важных профессий, стоматолог, ты не можешь взять бормашину и стать стоматологом. А люди убеждены, что если они берут камеру в руки, они становятся режиссерами. И в этом, конечно, существует глобальная проблема. Вот это, и нужно признаваться себе, уметь, когда ты делаешь плохо, это все понятно. Но из-за того, что нет четких критериев,
они как бы существуют в мире вообще среди там арт-мейнстримовых режиссеров типа Тарантино, Нолан, и как бы если ты примерно туда попадаешь со своей как бы, работой, которую ты реализовываешь, тебе кажется, что ты режиссер. Но это совершенно не так. Ну просто как бы задается, просто, ну просто если просто брать живопись как хороший пример живописи, почему как бы такая болезненная для меня тема, потому что это яркий пример, на самом деле, того, как видно художника, который реализует себя в, на холсте. Потому что исходная точка у всех у нас одна, белый лист бумаги. Вот у него белый холст, вот чистый холст. И вот он, используя различные техники, воспроизводит тот или иной сюжет. Абсолютно идентичная ситуация. Он сколько должен рисовать этюдов в своей жизни, чтобы нарисовать большую картину? Огромное количество. Но почему-то в режиссуре есть такое понятие, что, ну, как бы, погнали. А Джексон Поллок, Ладо? Я объясню. Нет. Еще мне скажите, еще скажи «Черный квадрат». Не, «Черный квадрат» — это вообще другая история. Вот там нет, как раз было тонны труда, тонны работы. «Черный квадрат» — одна из самых сложных картин 20 века вообще-то. Нет, смотри, просто когда ты говоришь мне про Джейсона Поллока, то мы понимаем, что история визуального искусства, живописи, делится до Джейсона Поллока и после Джейсона Поллока. В этом вся разница. Нет, я к тому, что художники-абстракционисты, скажем, они были течение, но просто есть яркие представители любого течения, которые вбирают в себя всю философию, всю идеологию этого течения и воплощают это в своих картинах. Плюс еще есть принцип маркетинга. Мы говорим, что это должно продаваться. Есть определенные сейлзмейкеры, которые занимаются тем, что продают этот товар. Поэтому в этой ситуации я бы хотел и думать, что режиссер, прежде всего, возвращаясь к этому вопросу, должен быть организованным и должен заниматься этими этюдами. Почему я говорю про вот этот фитнес этих идей, историй, которые ты складываешь, и они могут быть нереализованы, ничего страшного. Просто я это осознал, когда я увидел полотно «Явление Христа народу». Понимаешь? И вот когда ты заходишь в Третьяковскую галерею, ты видишь на огромной стене это полотно. А по бокам висят фрагменты, которые художник в течение долгого времени воспроизводил. Вот он, значит, вот этого персонажа будет воспроизводить. Вот того персонажа. Я также Бурлаков, когда смотрел разработку, это фантастически интересно. Видишь, человек просто 2-3 года рисовал лица, собирал их портреты, микрокомпозиции, пробовал карандашом. Так. Не было такого, что он такой: сегодня настроение от человеческой боли. Такой: хуя! И вот тебе картина. Конечно. Я, на самом деле, с тобой полностью согласен. Другое дело, что контент бывает различный, и кому-то достаточно просто реализоваться, и, ну, режиссура номинальная, это как бы концепт артистом, что ли, вот мне кажется, часто сейчас вот в контенте граничит, давайте понятия. Не, вот, Олег, это уже очень простой ответ, есть художник Никаса. А это называется режиссура, потому что, ну, ты же это придумал, ввел, сказал оператору, что делать на таком базовом уровне. Но Олег, можно далеко смотри. Реального ремесла. Ну, можно вот просто очень сказать, есть художник Никас Сафронов, да. Есть художник Никас Сафронов или Глазунов, ну как бы можно по-разному к этому относиться, ну или есть Врубель, ну как бы все, ну то есть для меня это исключительно же вкусовые вещи, это пусть примитивно звучит, но пусть как бы таким образом также разделяется контент на уровне его качества, на уровне его профессионализма, реализации. И есть контент, который потребляют. И есть ценители, которые потребляют Глазунова и покупают картины Никаса Сафронова. В этом нет ничего плохого, это рынок. Я никого не осуждаю ни в коем случае. Просто я как раз призываю к тому, что я уверен, что даже те художники, которые мы сейчас как бы иронизируем, разделяем, да, в виде там Никаса Сафронова, он проводит огромное количество часов, отрабатывая свою технику, которая мне не близка и не импонирует, но он как ремесленник должен обладать базовым ремеслом. Вот я скорее про то, что дисциплина – это про ремесло, про то, что это самоорганизация этого процесса, это все равно относится к ремеслу. И это важно себе как бы культивировать. Все. Когда в какой-то момент тебе прорвется твоя творческая настоящая жилка и эта энергия, и ты начнешь это уже реализовывать без каких-то организованных для себя в пространстве инструментов, просто чистое искусство, творчество, как оно пойдет у тебя, так и пойдет. Все. Но мне кажется, ты должен постоянно держать себя в тонусе и как бы некую почву для этого создавать. А дальше уже вопрос тебя как художника и уровень твоего масштаба, в принципе. Будешь ли ты Никасом Сафроновым или Врубелем? Ну, в принципе. Вот. Мне кажется, Никасом стать сложно, он такой один. Ладно, Врубель.
Так, ну хорошо, прекрасная позиция, разделяю. Вот. Ну знаешь, блин, с другой стороны, это мы говорим о прям, ну, режиссуре, наверное, о тех, кому действительно это важно. Вот. С другой стороны, функционально эту работу, типа режиссерскую, можно выполнить по-разному. И вообще ничего не придумал. Кино бывает и само себе снимает. И мы, глядя на некоторые фильмы, понимаем, что так оно происходит. Глядя на некоторые ролики, вот оно само себя снимает. Но это, наверное, не режиссура называется. Вот. Называется как-то иначе. Вот. Хочется как-то держать высокую планку в ощущении того, кто ты. Может быть, фотографы в свое время переживали, но уже что, нечего делать. Теперь ну, вот, все фотографы. Надо ли защищать это звание, эту профессию? Надо ли сепарировать? Вот. Mm-hmm. Это вопрос открытый. Я, честно, не знаю на него ответа. Я думаю, что это самое главное, это внутренний ценз. Вот. А то, кто назвал себя режиссером, кто назвал себя художником, это, наверное, личное дело каждого. Вот. Иногда бывает колет, а иногда говоришь себе, ну, это не моя жизнь, не моя война. Вот, моя внутри. Вот. Я часто боюсь называть себя режиссером. Ну, то есть, вот, часто внутренне говоришь себе, не, чувак. Это еще не кино. Вот эти люди делают кино, вот они режиссеры, а ты нет. Часто так себя немножко пушу. Вот. И это такая регулярная какая-то методика, вот. Возможно, связана с какими-то психологическими травмами, но, откровенно говоря, помогает друг другу взять себя в руки и действительно организовать пространство внутри себя. Потому что это сложная профессия, если мы говорим о большом результате. Вот, если мы хотим приблизиться к тому, что мы любим, действительно, усилия нужны невероятные и дисциплина. Где? Они писали о том, что «Черный квадрат» — это Стёп, Энди Уорхол, да, это нет, Стёп. Стёп — это большая, это огромная... Баски и Уорхол, наркоманы, и, в общем, мне просто интересно. Ну, а кстати, да, Ладо, как думаешь, Баски организовывал себя? И как бы нет, он не организовывал себя вообще. Но то, что он сделал, это же все-таки является искусством. Есть какая-то другая, видимо, причина, призма какая-то иная, важность того, что он делал. Мне сложно говорить, что я не жил в его время и не наблюдал за процессом его работы, а судить по тем историческим отрывкам, которые зафиксировали в виде книг, в виде каких-то видеозаписей, достаточно сложно, потому что это как бы выжимка, которая создает образ и миф вокруг того или иного человека. Поэтому я всегда делю это на два или на три, потому что, ну, как бы мифология в этом плане для этого и существует, потому что она позволяет создать некий идеал для того или иного поколения или для того или иного ответвления в искусстве. Поэтому тут я всегда отношусь к этому скептически отчасти. При том, что я не обесцениваю ни в коем случае его работу, нет, именно исключительно про биографию, про обстоятельства, связанные с жизнью там, и так далее, как это обычно бывает. Это концентрация каких-то таких событий, которые подчеркивают, что перед нами великая фигура. Ну да, мне кажется, что в мире такого изящного искусства, вот, неконструктивного, мне кажется, режиссура является конструктивным искусством, это требует огромного количества, ты не можешь просто взять в руки кисть и снять кино, ну, типа, камеру. Тебе потом требуется монтаж, техника и так далее, нужно много инструментов. Вот, в живописи, например, чуть проще, ну, не в живописи, там, в изобразительном искусстве чуть проще, достаточно карандаша, вопрос там уже, что может цениться человек, который способен вот так открыть свое сознание и не владея техникой ничем, открыть какую-то удивительную энергию. Вот. Мне кажется, кино для этого не предназначено. Вот, она, нет, я просто привел... Сломает твою эмоцию просто технологии, которые ты вынужден соблюдать, чтобы это кто-то увидел. Вот. Нет, я просто скорее для того, чтобы был пример, он как бы для сравнения, потому что удобнее на таких очевидных примерах транслировать свою мысль. Секундочку, значит, поехали. Вопрос от Дастана Аралбаева. Я, опять же, прошу прощения, если неправильно называю имя или фамилию. По каким критериям вы работаете с тем или иным оператором-постановщиком? Да. Вопрос животрепещущий, сложный, потому что существуют разные подходы. И, например, вот Ладо, ты работаешь там, с Андреем уже долгое время. Вот, и редко когда уходишь кому-то еще. Я, например, постоянно меняю операторов, часто работаю с огромным количеством людей, и такого прям своего человека, наверное, нет. Ну, вот там Миша Хасай, мы с ним очень много сделали, очень друг друга понимаем. Миша Милашин, супер друг друга понимаем. Там Макс Жуков, мы с ним сейчас прошли кино, и я дико влюбился в его творчество, в его язык, в его способности.
есть много, Жень Козлов, куча, куча людей, и поэтому критерий для меня – это язык. Язык этого человека, ну, для меня и работа в кино, в изобразительном вот этом вот искусстве, в музыкальном видео – это всегда новый опыт, это как бы моя жизнь, вот, которую я проживаю, а не которую я транслирую. Поэтому разные художники, вообще разные люди на площадке для меня – это источник всегда вдохновения, я им питаюсь. Есть как бы, это палка о двух концах всегда, потому что когда ты с человеком, ну, долгое время живешь вместе, ты начинаешь считывать его какие-то микродвижения, микроэмоции, у вас появляется свой общий на двоих контекст, который вы потом можете рассказать в том, что вы делаете в своих маленьких фильмах. Это имеет огромное значение. Ну вот я этим жертвую для того, чтобы насытиться и всегда ощущать новизну происходящего. Вот. Я обожаю возвращаться к любимым императорам, но и обожаю пробовать всегда что-то новое. И для меня главный критерий – это уникальный язык, энергия оператора. Вот. И независимо от того, насколько он там технически способен, разбирается ли он во всех аспектах технологии, это не так важно, как вот энергия, которую он обладает, если я вдруг эту энергию хочу, вот, хочу с этим человеком слиться и узнать, как он дышит, почему его работы меня завораживают, ну, тогда я принимаю это решение. Вот, ну, и бывает такое еще, ну, когда, это мы говорим о там, личных творческих проектах, бывает, когда, когда есть конкретная там задача, условно говоря, вот сделать вот так или сделать вот так. Там, в рекламе, или когда ты сам точно сформулировал, пока даже не думая об операторе, как это должно выглядеть. И тогда ты точно знаешь, что вот этот человек, он, ну, все мастера могут все, да, но они сделают это по-своему. И вот, когда ты начинаешь сравнивать, а как вот этот мастер, оператор, как он это увидит? И ты уже чуть-чуть знаешь по опыту, а вот этот увидит вот так, тоже чуть знаешь по опыту. И тогда уже выбираешь. Но это зависит от того, что ты хочешь сделать, и от того, что ты хочешь как человек лично, вот, ну, эмоционально, чем хочешь насытиться. Вот две позиции. Задача и твоя эмоция. Вот. Какое будущее ты видишь в целом в киноиндустрии? Поделись интересными профилями по вашему, по твоему мнению. Создаешь ли что-нибудь сейчас для показа на онлайн-фестивалях? Ну, вопросов так. Кино, ну, давай сейчас я переформулирую, вот мне кажется, более точечно. Ну, есть более общий вопрос, что мне кажется более интересным лично мне услышать. Действительно, как ты видишь, какое будущее у, в целом не только... Потому что российская киноиндустрия и мировая киноиндустрия, они как бы конфликтуют, скажем так, отчасти. Вот. Да, ну, нет, допустим, мне кажется, ничего не... Ну, как ты в целом видишь развитие? Российской индустрии? Давай, ну, если для тебя это единая как бы площадка и мировая, и российская, то как бы в целом давай индустрии. Я думаю, что российская киноиндустрия все так же будет стремиться за Западом. Вот все. Вот так же. И как бы это будет без конца происходить, пока не найдется какой-то свой киноязык. Но я, честно, к этому пока предпосылок не вижу, потому что в целом общий культурный уровень, он как бы далек от идентичности. У нас нету своей идеи, ну, у общества, у государства. И государства тоже нет, кстати. Так между нами. Вот это не так называется, как-то по-другому. Вот. Поэтому кино как отражение, ну, вот глобально, в контексте, не говорю про отдельных режиссеров, а вот в целом индустрия, она так и будет волочиться где-то позади и стараться добежать еще, может быть, лет 50 или 100. Вот. Самостоятельно и какой-то звучать, мне кажется, она не будет. Вот. Авторы какие-то будут, а в целиком индустрии нет. Потому что нет идеи. Глобальной идеи вот этой страны нет. Она пока не сформулирована. Люди этим занимаются потихонечку. Может быть, это произойдет. Но мне кажется, это очень такой долгий процесс становления. Это очень долгий процесс становления идей. К сожалению, мы этим не занимаемся уже очень долгое время. Занимались в Советском Союзе, потом все развалилось. Такие, давайте новое. Новое не пришло. Вот. И пока что-то люди не особо этим занимаются. Вот. Второй вопрос. Третий. Разница полного метра и короткого, так как ты работал в той форме, вот тезисно, в чем разница? Блин, ну это большой вопрос, вот, на который сложно ответить коротко. То есть я отвечу коротко, но это просто будет совсем неполноценная и почти бессмысленная болтовня. Давайте мы об этом чуть позже поговорим.
как-то по развернутей. Давай, 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 следующий вопрос я задам. Поделись собственными мыслями и размышлениями о звуке и музыке в кино. Это супер мощный инструмент. Экстра мощный, потому что ну, то есть, есть немое кино, конечно, вот, которое полноценно в своем существовании, оно тогда создавалось. Вот, но сегодня, когда мы говорим о кино современном, звук и музыка — это, ну, честно, это, возможно, даже половина, вот, от того, что в итоге для нас, чем в итоге является картина. Я не придавал ему такое большое значение до того, как не начал работать на кино, потому что, ну, условно, вот история, которую ты рассказал, сценарий, вот вы написали, долго сидели над ним, трудились, все это сняли, вы все это смонтировали, и вот оно живет. Вот, как-то. Вы минимально почистили звук, сравняли все, слышно реплики, что люди говорят, да, понятно, о чем они думают, понятно, к чему идет эта история. Ну вот, когда ты приходишь на просмотр и слышишь вот озвучание, вот все, отдали на студию звукозаписи, они озвучили все шумы, какие-то нюансы, вдруг картина раскрывается, и у тебя появляется чувство к тому, что ты видишь. Вот, реальное чувство. Это как бы такая краска, я не знаю, как, ну, то есть, просто палитра, она становится, ну, объемной. Как, ну, то есть, вот, зрение без цвета, дальтоник, вот, ты видишь все, да, ты можешь коммуницировать с миром, и это все важно, ты, ну, выполняешь самую главную функцию, но когда у тебя нет цвета, там что-то уходит, и также кино, звук имеет такое же важное значение, это краска, которая, ну, дает такую мощь эмоциональную для того, что ты сделал, и музыка, вот, это еще одна краска, настолько же важная. Потому что от того, какая будет музыка и как будет звучать нюансно там, или шумово твоя сцена, может вообще полностью перевернуться восприятие зрителя об этой сцене. Что бы там ни играли артисты, вот они одно и то же. Это как монтаж Кулешова, условно говоря. Ты, ну вот, есть два объекта, да, разных, они у тебя сочиняются вместе. Также у тебя есть сцена вот с разной музыкой, с разным звуком. Она может совершенно по-разному восприниматься. Поэтому это самостоятельная большая такая единица, без которой... Ну, кино только концептуально может существовать, когда принципиально это не нужно было. Но это инструмент супер мощный, объемный, который надо постигать и выбирать звукорежиссера на кино и композитора. Это экстра важная задача. Должны быть прям абсолютно те самые люди, которых вы уверены, которых вы знаете, которых вы любите, с которыми вы общаетесь на одном языке, потому что от их работы зависит очень многое. Вот, поэтому вот так. Это супер важно. Ну, смотрите, раз я просто и обращаюсь и к тебе, и к ребятам. Так как мы начали историю с фильмами, давайте представим так, что в свое время был, как бы, история славится такими чудовищными событиями, но пусть будет так. Был в свое время философский корабль, когда всю интеллигенцию посадили и отправили в Европу. Вот если представить себе такую картину, Олег, есть вот не философский корабль, а музыкальный корабль. И, значит, всех музыкальных композиторов мира посадили в этот корабль. И тебе нужно выбрать трех, кого ты оставишь с собой, которые будут писать музыку к твоему саундтреку. Давай вот все это будем фантазировать вот в бредовом ключе. Ну, допустим, вот музыкальный корабль, их всех отправляют на Северный полюс. И, значит, тебе нужно оставить троих композиторов, с которыми ты работать будешь на трех своих следующих фильмах. Вот давай. А вы, ребят, тоже пишите трех своих любимых композиторов. Я назову двух Вдовин и Бурляев. Нет, я не смогу выбрать, это невозможно. Вот. Ну, это же условные правила. Условные правила. Ладно, мой ответ не будет иметь никакого смысла. Ни для меня, ни для слушателей вообще. Вот. Это слишком все серьезно, ну, то есть, как из кино, ну, тоже это ну, праздно, слишком праздно, вот, это, я не знаю, вот. Не знаю, я не могу сказать, вот, потому что я не буду честен, вот, и назвав трех людей еще там остальных, и плюс ко всему, буду откровенен, но есть огромное количество музыки в картинах, имена авторов я не знаю. Вот, просто не знаю, и сейчас называть кого-то, я пойму, что я не назову того, чья музыка, ну не знаю, ну это сложно. Ну окей, давай, назови хотя бы один фильм, где музыка тебя потрясла, и она, и ты бы хотел поработать с этим композитором. Не обязательно, как бы, меня, честно сказать, Джон Брайан, например, сломал полностью мое представление о киномузыке «Гросвечное сенчество разума».
вот он как бы, ну вот это, я не думал, что так киномузыка, что в кино так вот может звучать. Да, так, ты, значит, его ты снял с корабля дальше. Ну, я бы не снял его с корабля, понимаешь? Я бы не снял его с корабля. Ну, это шутка, ладно. Пусть и неудачно, но все-таки. Я просто задал про программу статистики, интересно было пофантазировать. Давай, у меня останется три еще вопроса, я последний задам тебе, останется три, и потом ты мне будешь задавать. Значит, какие твои работы у тебя самые любимые, над которыми ты больше всего тебе нравилось работать? Где бы ты ни был с Снегдахом, потому что это было, ну, супер эксперимент. Ну, первый раз я, вот мы прям продумали каждое движение камеры, все, и четкость была задача не просто придумать это, все продумать, а продумать и сделать именно так. Вот. И типа независимо от того, сколько это потребует ресурсов и сил. Вот. Это был проект, который я сам продюсировал. Вот, потом сказал себе, все, плевать, неважно, сколько это будет стоить. Вот, просто идем вперед. И, ну, результат меня удовлетворил очень. Вот, я просто, ну, полюбил. И там тема сложная. Вот. Сироткин, «Бейся сердце», он супер важен, потому что тоже был мега-эксперимент, когда мы решили вообще ничего не придумывать. Ну, то есть буквально, вот, в двух словах, это будет линия про вот таких подростков, а это будет линия про вот такую пару, а это будет линия. И дальше там, ну, там тритмент был там на 5 страниц, там 10 картинок каких-то очень общих. Ни раскадровок, ничего, ни плана. Мы с Мишкой, с Хасая, решили, что мы просто возьмем в руки камеру, так как мы делали это, когда были подростками, и пойдем снимать своих друзей, знакомых, ребят каких-то. Ну, то есть на абсолютной импровизации. И это было очень страшно. Это было, ну, ну прям, это был очень страшный опыт. Потому что, когда ты все снял, и вроде было прикольно, там что-то вроде нащупали на площадке, но у тебя же нет структуры в голове, как ты будешь складывать. Я намеренно ее не строил, пока снимал. Я вот жил внутри каждой сцены конкретно. Внутри даже сцены и кадров, и их ощущений. Я даже вот, ну, вот не простраивал монтаж в голове принципиально. Хотя у меня этот процесс всегда идет, я себя останавливаю. Говорю, нет, стоп, не надо, не монтируй. Не монтируй, просто иди за артистами, иди за ситуацией, иди за энергией, которая сейчас просто царит на площадке между там, блин, тобой и механиком камеры. Да, и вот, вот даже вот так вот. Об этом ты думаешь сейчас, а не о том, что у тебя артисты там должны сделать. Вот Мила Ершова здесь пришла, привет. Это был супер эксперимент. И потом на монтаже было страшно, потому что вообще, ну, получалось полное дерьмо. Вообще не получалось. Вот, я понял, что это был провальный эксперимент. Но потом, оп-оп-оп-оп-оп, и на монтаже мы уже все выстрелили. О чем эта история? Зачем? Мы шли только за чувством, получили. Это тоже любимая работа. А третья, не знаю, не знаю. Третья нет, две вот этих самых любимых. Вот, потому что они вот две вот этих, наверное. Я сейчас краем глаза открывать свой Vimeo, чтобы посмотреть, что там есть. Вот, но эти две, которые навсегда со мной. Вот. Так, у меня сейчас осталось тебе три вопроса, поэтому давай ты мне. Слушай, давай. Так, давай. Вот они. Вот они. Так, Ладо, батя стиля, какие видосы вас ждут в будущем? Это Бой Зиммер спрашивает. Цифра еще круче? Или все-таки больше аналогов в твоей жизни? У меня есть там один вопрос, который задан в подобной манере, я его держу, я прям, честно говоря, для меня это фаворит, а не вопрос. Можешь еще раз перезадать? Я не понял, я просто интонацию Ладно, поймал. Ладно, батя стиля, какие видосы ждут в будущем? Вопрос номер раз. Да, пока концентрируюсь на том, что хочу снять свою полнометражную картину. Есть несколько артистов, которым я очень хотел бы снять клипы, мы с ними это обсуждали, вот, это абсолютно малобюджетные истории, потому что мне импонируют сами артисты, я о них пока сейчас говорить не буду, но точно два проекта я бы хотел бы реализовать, вот, но пока сейчас отказался от, на самом деле, от музыкальных клипов в целом, потому что в начале года было большое количество предложений. И, как обычно, естественно, когда это было не в попад, потому что я занимался фильмом, мне было так обидно от этого отказываться, от того отказываться. Я просто для себя поставил задачу не размениваться на малые формы, а сконцентрироваться на большой. Это пост надо, да, наблюдать внутренний. Вот. Так, дальше. Хорошо. Цифра или пленка? Все зависит от задачи. Это... Я бы снимал бы все время на пленку, честно говоря. Я просто вижу слишком много преимуществ в этой ситуации. А цифры контрольного изображения?
Ну, на самом деле, практика показывает, что если ты видишь глазами относительно камеры, как ты стоишь, потому что, допустим, вот Манижу маму мы снимали, она более выверенная с точки зрения как бы истории, не такая грязная, то что мы специально с Андреем ставили задачу, давай попробуем не трясти камеры, как мы обычно делаем, там, да? А попробуем сделать ее более кинематографичной, там 2.35, в общем, формат, и в общем, в этой ситуации как бы выработалась тактика в процессе работы, что просто нужно вставать на линию камеры, вот все, что ты видишь глазами, все будет так же в камере, все, никаких, ну, как бы, снимали же в советское время наши мастодонты так, таким образом без плейбеков, и снимали, и все в порядке, то есть ты видишь своими глазами, как артист сыграл, значит, это будет зафиксировано на камере, все, поэтому я придерживаюсь, если есть возможность, буду снимать на пленку. Больше дисциплины требует, действительно. Вот. Но, честно, меня стал раздражать этот шум. Вот. Я очень хочу снять на пленку на 35. Вот. Ну, на новую 35. Не будет этого чертового зерна. Вот. Оно достало уже. Оно отвлекает от того, что я на самом деле хочу сказать. Вот. Если я не в какой-то ретро-фактуре. Потому что оно дает ощущение этой ретро-фактуры, блин, и ничего с этим не поделаешь. Оно дает тебе как бы... Вот просто по умолчанию... Ну, так себе пленка, так себе проявленная, вот то, что мы можем себе позволить без больших финансовых вложений, она дает сразу какой-то некий флер. И часто он мне просто не нужен, поэтому где бы то ни был, снимал на цифру принципиально, чтобы не было вот этого вот зерна, не было ощущения какого-то вот. Мне нужна была просто частота изображения. Нет, вот, я имею в виду, нет. 35 на классную проявку, на скан, на все это шумоочищение, было бы класс. Но это, блин, очень дорого. Это сверх нет, дорого. Я к тому, что если выбирать между цифрой и пленкой, то я выберу в любом случае пленку. Пусть это будет 16 или 35, это уже другой вопрос, как бы. Но вот, если коротко, надо ответить на этот вопрос. Понятно все, понятно. Так, да. Вопрос еще от Наны Нижарадзе. Какие фильмы больше всего повлияли на вас, как на режиссера? Боже мой, это очень частый вопрос. Давайте я просто назову лишний раз. Корабль, на котором сложили все фильмы, его отправляют. Да, на да, да, да. Вот, надо достать. Вот, этот, нет, это значит... Настал апокалипсис, и я стою посредине магазина, где продают диски, и для того, чтобы идти в подполье, ну, то есть, не знаю, под какую-нибудь станцию метро, я должен взять несколько фильмов с собой. Какие-то погоди, будут фильмы. Прости, давай подкинем тебе ситуацию. Давай. Ты отправляешься на небесном острове, где живут люди, вот, и они никогда не видели кино вообще. Должен им взять три фильма. О, нет, да, можно я себе смоделирую? Вот, пожалуйста. Давай, ладно. Я буду персонажем из Мимино, который возил в селение, значит, индийские фильмы, только вот мне надо привезти всего три фильма. Просто сейчас кто-то из ребят написал про композитора Гея Кончели, да, я абсолютно поддерживаю, вот я его обязательно упоминал бы. Значит, ну, это был... Погоди, кто это? Это Гея Кончели, это композитор практически всех фильмов Данелии. А, серьезно? Да. Круто, я даже не знал его имени. Представляете себе, вот необразованный человек. Значит, фильмы. Пусть будет Андрей Рублев, пусть будет Феллини 8,5. Ну все, люди уснули, короче. Да, и люди уснули. И пусть будет еще «Сочувствие госпоже месть». Вот пускай три фильма, вот такие они будут. И, кстати, ребят, напишите три своих любимых фильма, которые бы вы... Ну, слушай, нет, ну спросили же мое ощущение, какие фильмы я бы хотел посмотреть бы. Да, они требуют усилия, они тяжелые, я все это понимаю. Вот. Вот, поэтому, да, если не затруднит вас, ребят, напишите ваши три любых фильма. Так. И вопрос еще. Вопрос еще. Так, я смотрю, что вот этот последний должен быть самый классный. Такой вопрос практический от Насти Солоневич. Ладо, подскажите, как не растягивать подготовку, вечно улучшая, в кавычках улучшая? Ну, я вам скажу так, что вы живете в очень прекрасных обстоятельствах, потому что подготовка всегда ограниченная, чаще всего, поэтому невозможно, просто То есть я ни разу не находился в обстоятельствах, когда у меня было удобное, так сказать, и комфортное время на подготовку, я все успевал идеально подготовить, поэтому улучшать приходилось на площадке, потому что мне сложно поэтому ответить на этот вопрос. Вот. Я не находился в таких обстоятельствах.
Ну, это правда. Хотя, знаешь, бывает такое, не, ну, бывает же момент, когда ты озвучил музыканту, например, что ты намерен и тебе снять для него, написать сценарий, и тебе это интересно. И он говорит, хорошо, план. И ты говоришь, ну вот сейчас мне, я подумаю о смысле и вернусь к тебе с идеей. Но ты не назвал, когда это нужно сделать. Ну, то есть вот. А ты такой, и мяу, мнёшь. И вот сказать, так, стоп, все, я звоню ему, скажу, что завтра у меня будет идея, хотя у тебя ее нет. Что нужно? Вот если у тебя нет пока графика, вот как заставить тебя прямо сейчас взяться? Ну, то есть у тебя не возникает с этим проблем? У меня вещи с этим проблем. Ты знаешь, ну, понятно, что система дедлайнов помогает тебе организоваться, но бывало такое, что приходилось говорить, что мне нужно еще время. Вот, если это касается сценария, концепта, то с этим проще. Просто если, я так говорю, подготовка к съемкам, как я понял вопрос, то там как бы всегда это ограничено. Вот у нас есть дата и как выхода или когда мы должны снимать это предварительно, потому что у нас есть окно у меня и у группы, значит, мы должны успеть. И вот как бы всегда это на ходу, в какой-то панике. Вот. Не бывало так, что все идеально, пошли. Вот дальше начинается внутри самого производства уже в процессе съемок проблемы, к которым ты никогда не готов. Вот. И уже приходится прям там перепридумывать. Ну, дедлайн, короче, нужен. Дедлайн просто и все. Вот это единственный способ. Поставить себе дедлайн. Ну, он как бы, он организует, но не всегда. В общем, если ты сам себе даешь возможность сказать, что вот этот дедлайн, это, конечно, дедлайн, но есть еще, можно в перспективе обозначить себе другой дедлайн, то, в принципе, ты вот на третий дедлайн, то, что ты сам регулируешь дедлайны, в принципе, ты уже что-то сформулируешь. Но лучше просить, настоятельно просить со стороны кого-то сформулировать этот дедлайн, а дальше уже вопрос как бы твоей дисциплины, организованности и уважения к этому человеку в том числе, потому что это тоже такой фактор полезный. И ты как бы уже начинаешь себя стимулировать этими обстоятельствами и как-то, ну, как-то, надеюсь, успеешь к этому дедлайну. Я только дедлайнами и живу, потому что, ну, сердце может метаться очень долго и бесконечно может метаться, как заведенный мотор, прыгать по пространству вариантов всяких идей бесконечно, пока ты не поймешь, в какой момент она должна найти что-то. Вот. Потому что все хочется, много чего нравится. Ну, только, то есть, по мне, дедлайн — это необходимая вещь. Нет дедлайна, нет, ничего нету больше. Все. Ну, то есть, ничего не случится, если нет дедлайна. Вот. Там, ребята, предлагают вариант. Гениальный комментарий. Нет, гениальный комментарий. Нет, стой. Я тупо смотрю, потому что реально похож на моего знакомого бывшего коллегу. Поэтому вот так. Не знаю, но это интересно. Love my soul, BSM. Кто похож? Так, давай, три вопроса оставшихся. Ну, хочется понять все-таки. Ладо, давай дождемся, подожди. Не, я уверен, что мы в процессе обратим внимание. Вот мой фаворит, мой вопрос фаворит, он звучит так. Вопрос от зрителя. Олег Нагай. На что снимаешь, брат? Да на что придется, честно говоря. Я сейчас подумал, в связи с ковидом, сраные ограничения, финансовые какие-то еще. Вот, я подумал, так, а что если все-таки сделать кино на интеллекту? Это реально мне помешает или не помешает? Что если сделать сейчас скринлайф какой-то проект? Это реально помешает мне как режиссеру или нет? Вот, поэтому внутренне сейчас я приготовил себя к тому, чтобы снимать на что угодно. Вот. Потому что, мне кажется, это сейчас важнее. У меня как раз сейчас идет путь такой очень, ну, новая какая-то, ну, пошла итерация режиссерская. Мне сейчас, я хочу отказаться, не то что отказаться от эстетики, а убрать ее с верхнего, с главы угла, спустить ее вниз. Вот, и оставить, ну, конкретно драматургию, историю, всю математику сейчас вытащить наверх. И как бы, ну, в ущерб. И если есть идея, плевать на что она будет снята. Операторы меня не простят за это, но я хочу попробовать. Общался вот недавно с Филиппом Юрьевым, как раз о его кино, которое он снимал на Чукотке, и он очень смешно рассказывал, прямо очень смешно, он говорит о том, что, ну, когда ко мне пришел проект, конечно, я сказал, Олег, там ответ пришел на моего коллегу в очках, на меня, типа, я похож на кого-то. Дальше, подожди, я в шоке, почему так похож, почему я еще здесь? Боже мой, это очень... Прости, что я прервал, но это просто гениальная строчка. Я в шоке, почему похож, почему я еще здесь. Оставайтесь с нами. Это магнетизм, обаяние, вот. Да. Это очень смешно. Извини, Олег, продолжи, пожалуйста. Ну, все, ничего. Короче, вот Филипп Юрьев говорит, я когда пришел к продюсеру со своим фильмом,
с этим фильмом. Говорю, это, конечно, должна быть только Alexa, такая-то оптика, анаморфот и бла-бла-бла. Он говорит, потом кат, первый съемочный день, где я стою с DSLR-кой в руках, Blackmagic, какой-то, блядь, оптикой одной, объективом. И такой, а кино снимать надо. И он говорит, потом, ну, получилось, сняли, сделали. И дальше, когда делали коррекцию, говорит, у меня не возникало ощущения того, что кино плохое из-за этого. Он говорит, нет. Вот. И это меня очень так подстегнуло, вот. Потому что, конечно же, обложиться инструментами это легко. Но если говорить даже не об обкладывании инструментами, а о достижении того самого вот качества и нюанса изобразительного, которое рассказывает о том, что ты хочешь делать, тоже имеет значение, но не самое главное. Главное, чтобы, ну, там видно было. Вот. Это правда важно. И поэтому сейчас нет принципов, на что снимать. Вот. Там пленка, цифра такая, другая. Вот. Нету, ну, суперважности. Итак, чуть-чуть лирики, Олег, сейчас добавить нужно. Вопрос от Каната Эрханова. Еще раз извиняюсь, неправильно прочитал. Что повлияло на то, что вы связали свою жизнь и профессию с этой сферой? Музыка. Музыка. Ну да, вот, ну, клипы нравились. Посмотрел, увидел клипы Linkin Park, Offspring, Aphex Twin, к бабушке приехал в Узбекистан, там тарелка была спутниковая, ловила японский канал VH1, вот. Я увидел это такой, потому что все, что я видел до этого, это музыкальные зарисовки с ОРТ, РТР, и там был третий канал. Вот у нас только три канала ловил на Крайнем Севере. Это все, что я знал о музыкальном видео. Вот. Когда увидел их, ну, обомрел. Потому что хочу снимать музыкальные видео. А музыкальное видео интересовался, потому что музыку люблю. У меня отец музыкант, брат музыкант, брат музыкант. Вот. Ну, из-за музыки. А потом оказалось, что я не хотел снимать кино вообще. Мне это неинтересно было. Я хотел клипы делать классные. Прям клипы и рок, и рэп, и все. Просто клипы классные. Вот. А потом вдруг, ну, кино появилось. Поэтому, да, музыка привела. И мама. Значит, и последний вопрос. Айторе или Айторе, я прошу прощения. Как проходит процесс написания сценария? Какие методы и фишки используешь для концентрации и построения? Важно абстрагироваться от всего вообще. И, ну, вот, супер от всего абстрагироваться. Если говорить про... То есть я не писал сценарий для своего кино. Вот, прям с нуля, так чтобы я сам написал. Ну, то есть рассказы всякие разные пишу. Когда рассказы, нет никакого ценза, нет необходимости их снимать, я просто сажусь и пишу. Такой, сел в отдельную комнату и просто даешь пальцем делать то, что они делают. Вообще не важно. Потом какое-то слово, твой же оборот, он тебя зацепит, ты пойдешь дальше и на ходу вырисуешь этот рисунок этого рассказа. Потом поправишь начало, уберешь середину, и вот он будет цельный, готов. Так пишу рассказы. Они маленькие, ну, то есть они не... как бы не облагаются никаким цензом вообще и не имеют никакой функции. Поэтому я просто их пишу. Это удовольствие. Парень сверху прям напряжен такой. Типа опытный. Блин. Слушай, не просто задали вопрос. Я думал. Ладон, ты, конечно, да. О, боже, парень. Love my soul без N. Отдельно. Можно сейчас, не прерывая эфир, зайти к нему на страничку? Не, я думаю, нет, просто я понимаю. Ладно, я просто прикрепил его комментарий. Это очень смешно. Так. Я забыл, о чем говорил. По поводу написания сценария, ты рассказывал, что ты заходишь, отпускаешь себя и в процессе написания. Да, это рассказы. Когда нужно музыкальное видео делать, тогда, ну, музыку слушаешь и пытаешься вычленить, о чем она, о каком чувстве. Даже я не смысл, не текст слушаю, а о каком чувстве она. Все слова, если бы я, ну, условно, если бы они были на английском, на китайском, вот если бы так они звучали, то есть понять, какое чувство они во мне пробуждают. И потом уже, ну, я пытаюсь это чувство превратить в какую-то историю, ситуацию или набор ситуаций. Вот так. Вот. А картинки и смотреть, это как бы вещь такая. Ну, то есть лучше это на самый последний черед оставить. Вот просмотр каких-то, будь то даже живопись или фотографии, неважно, но изображение лучше в самый последний момент смотреть. Вот только не в начале. Потому что тогда ты привяжешься к ним или просто запутаешь себя. Ну, вот это визуально лучше оставить на самый последний уровень. И все равно все это помните. Все равно ваши мысли... ну, то есть, ну, как у меня, у меня все равно все мысли, они все равно в
картинках, образах рождаются, в каких-то цветах и формах. Все равно эти картинки там не есть в голове, незачем это листать на ноутбуке, пока вот не уловишь это чувство и не придумаешь какую-то вот ситуацию. Вот так. Ну, достаточно я... напряжен твой матч? Достаточно? Ты видишь эти? Давай, я просто сяду вот так. Сейчас. На два. Есть вопросы еще? Сейчас я люксовый сяду вот так, просто буду сидеть вот так. Бля, шея заболела. Блин. Вот так буду сидеть. Люксово, люксово. Знаешь что, Ладу, есть зеркало, поставь зеркало, то есть снимай ноги, но чтобы в зеркале твое лицо было. Боже мой, да, это очень смешной комментарий. Я это... Видимо, коллега как бы очень докучал не только своим видом, но и поведением. Собственно, workspace. Они просили нас показать типа рабочее место, рабочее пространство. Может быть, сделаем это, а потом начнем? Да, да, давай, давай, давай. Камень, ножницы, бумага? Давай. Уфа. Готов? Давай. И... Цу, е, фа. Что у тебя? Ножницы. А, все, окей. Вот. На самом деле, был огонь, вот, но его нет в игре. Так, что, значит, я показываю, да? А как надо сделать? Так, короче, у меня нет рабочего места. Вот, смотрите, компьютер, на котором когда-то монтировал. Здесь цветок, который умер, но просыпается. Здесь работает жена. Но ее сейчас нет. Вот тут винил. Слушай музыку, это помогает вдохновиться. Там телевизор и диван, чтобы смотреть кино. Вот, собственно, и все. Вот просто вот такое пространство. Я дома не работаю, только что-то пишу. Но скорее даже выхожу из дома, чтобы там поработать. В какой-то момент я понял, что дома работать не надо, а дома надо жить, дома надо быть семьей, дома надо заниматься любовью, смотреть кино, гладить котов, чем угодно, что не связано с работой. А работать нужно где-то в другом месте, потому что квартиры у нас небольшие, это не дворцы, где ты можешь зонировать, да, какие-то энергетические поля. Так что вот так. Дом как бы у меня не рабочий, я смотрю на какие-то... Опять же, у ребят там Соломон Лайтман, да, показывал свою студию, где он живет и работает. Ну, мне нет такой необходимости. Вот, и я стараюсь как-то разделять это все. Вот, наверное, Юра Карих, человек, с которым мы занимаемся монтажом уже много лет вместе, он мог бы показать свою студию, как она выглядит. Потому что вот он сидит дома и работает, просыпается, и он на работе. Вот, и там интересно было. Ну, вот мой дом, он просто дом. Книжки, винильчик, вот ноутбук, цветы. И много мест, чтобы полежать, пока ты ходишь и думаешь о чем-то. Вот. Можно здесь полежать, там полежать, тут. Вот. Пол деревянный, чтобы можно было на полу полежать, если надо. Вот. Это такое. Ну, место для расслабления, реально. Это дом. Вот. Теперь ты. Ну, не так давно приезжался за город. У меня есть два места. Это либо на улице, на веранде я сижу, работаю практически все время, когда есть погода хорошая. А так еще вот все очень просто сейчас. Это балкон. Просто я в загородном доме живу. Ну, собственно, вот все. Это вот так выглядит. Да. Раз. И, ну, просто я не хочу выходить на улицу. То есть вот у меня вид из окна, и вот там есть веранда, и я просто выхожу на веранду, и несмотря на то, что там идет дождь, просто не холодно, обычно я там сижу, и книги у меня лежат на первом этаже, рядом с пластинками, зашел, взял книги. Покажи, слушай, покажи, а потом я тебе покажу. Слушай, мне интересно, твою книжную полку и винил. Нет, просто родители внизу, я не хочу их тревожить. Они ну ладно. Отдыхают. Просто в связи с этой пандемией я перевез всех, да? Вот. Взрослый пацан, который живет с родителями, это ты из тех? Ну, в нынешних обстоятельствах это приходится делать. Вообще, я бы с удовольствием оказался рядом с мамой сейчас, с папой. Вот, это было бы круто, но вот, нельзя летать. Это, конечно, сложности. Сложность с этим есть. Вот. Стой. Love my soul оценил мой минималистичный стиль. А мне нравится вариант снизу. А все такое. Ну, как бы я же опытный. Мне минимализм необходим, понимаете? Братан, ты должен зафоловить Love My Soul, BSL, по-любому. Меня всегда трогало, насколько люди могут, не зная меня, тебя, что-то прокомментировать. Я просто, мне просто неловко. Я всегда, я отчасти удивляюсь и пугаюсь такой откровенностью. Я не знаю, то есть мне всегда понять, могу я так. Нет, я точно не могу. Возможно, в каком-то
в измененном состоянии сознания, в смысле выпив, да, возможно, так могу. Просто вот... Можешь, ладно, точно можешь. Нет, незнакомые люди, эфир, как бы, ну ладно, я думаю, нет, это вообще ни в коем случае, я как бы не обижаюсь там и так далее, это все очень классно, просто это меня всегда поражало. Имеет ли значение, но мой коллега тоже с родителями живет, затаилось странное сомнение. Братан, это Краузов под новым аккаунтом. То есть смешно. Смотри, когда речь идет о сложных сценах с VFX, и вы не знаете, как это снять, что делаете? Начинаете изучать тех вещи, как это сделать? Если да, то где? Сайты, курсы? Или сразу к экспертам обращаетесь? Я зачастую всегда знаю, как нужно. Ну, то есть те задачи, которые ко мне, ну, которые случаются на кино или там в клипах, я, в принципе, знаю, как это решается, потому что вот основной пласт, как бы, вот решений, он, в принципе, точно, ну, он базовый. Дальше там идут уже нюансы. Вот. Потому что основы, ну, как вот снять что-то, не, там, не имея предмета у себя или так далее. Какие-то основы все, ну, все одни, они элементарные. Вопрос уже дальше в каких-то нюансах. Эти нюансы, конечно, всегда обязательно должен, ну, должен знать, всегда обращаюсь к человеку, который это знает. Но самые прям, самые основы-основы, вот, и кажется, их должен знать режиссер, чтобы просто, ну, не косячить вдруг, вот. Поэтому я стараюсь держать себя на уровне, когда ты понимаешь, как и что необходимо. Ну, и полагаться на оператора в этом случае, на CG-супервайзера. Вот. А что касается какой-то профессиональной литературы, да черт знает, ну, какие-то попадаются бэкстейджи о том, как и что, где делалось там по графике. Вот, вот только их. Так специально заниматься какой-то чтением литературы, нет, этого не делал, как бы, и не было необходимости. Вот. Мне кажется, здесь здравый рассудок просто нужен, какое-то, ну, простое понимание того, что тебе нужно для того, чтобы потом несуществующий объект или несуществующий фон у тебя появился в кадре, или там несуществующий эффект. Типа вопрос света, цвета, вот, отражения, ну, как бы, и взаимодействия. Вот какие-то элементарные вещи, их, ну, я не знаю, по опыту, типа, узнал. А так не читаю ничего. А ты читаешь какую-то профессиональную литературу по работе с компьютерной графикой и VFX? Нет, потому что я доверяю профессионалам, потому что, как бы, ну, люди тратят всю жизнь на это, собраться в это. Я, по возможности, если позволяет бюджет или условия, пытаюсь работать с людьми, у которых это получается хорошо, если это получается. А, все, я понял, откуда. Я, короче, это, наверное, вот для ребят, у которых нету никаких VFX-супервайзеров, им, наверное, интересно, а как быть, вот, когда нет никакого супервайзера, который тебе скажет, как что снимать. Но тут, да, тут реально надо что-то посматривать, почитывать и пробовать. Так как я первые, наверное, там, 50 своих работ смонтировал сам и в After Effects все делал, там был у нас клип, прям на них назывался, где камера все время двигалась вот 360 вокруг своей оси, крутилась с разной скоростью, возвращалась назад, потом продолжала крутиться, потом соединялись куча экранов, телевизоры там и так далее. Я все это, ну, мы снимали вместе с оператором, думали, просто вот размышляли, пробовали, как это будет выглядеть на какой-то простой, вот там, ну, взяли DSLR-ку, ее покрутили, попробовали ее смонтировать сами, попробовал сам ее скомпозить в After Effects, узнал, как это работает. И вот эти вот, как бы, даже простые, как бы, эксперименты, они дали мне понимание вообще всей базы, вот самый вот фундамент, все понял. Просто попробуйте какой-то вот, ну, вот эти эффекты, попробуйте просто сделать их самостоятельно. Вот. И я думаю, что это очень хороший будет урок на будущее, чтобы на одном языке говорить с супервайзерами, может быть, не на супертехническом каком-то, но, тем не менее, ну, просто на одном языке. Вот. Надо просто пробовать и самим это уметь делать, как мне кажется. Это помогает очень. Вот. Какие-то элементарные вещи. Чтобы просто не задавать глупых вопросов, не тратить на это время. Вопрос. Почему стилизация клипов Медета и Ладо очень сильно похожа на Декстера Неви? А я не знаю, кто такой Декстер Неви. Ну, ребят, простите, я его задал. И третий вопрос, давай, давай полезный, мне кажется, вопрос, ответить на него точнее. Как себя прокачивать режиссеру? Ты, я? Кто говорит? Ты. Три вопроса я вот выбираю тебе, потом ты мне и пойдем в философство. Я думаю, что нужно не смотреть кино, а пересматривать кино, это номер раз. Вот, потому что хорошее кино, если реально хорошее кино, значит, что в процессе его просмотра вы увлечетесь.
как бы и не будете думать о режиссуре, а будете смотреть его. Поэтому очень важно кино, которое нравится, пересматривать много раз. И тогда уже, ну, уходит вот этот вот типа флёр магии первый, и начинается уже разбор. Вот, первое, ну, можно еще смотреть к тем фильмам, которые вы хорошо знаете, смотреть разборы. Вот. Сейчас очень много. Даже Кинопоиск делает простенькие, но, тем не менее, очень интересные разборы о том, как те или иные фильмы делаются, многие вещи какие-то там. Вот я недавно смотрел разбор Кинопоиска про «Вечные 74 раза», мой любимый фильм. И там как бы какие-то очень прикольные структурные вещи, которые как бы подзабыл, были рассказаны о том, как там со временем, например, работает режиссер, да, потому что я присматриваю этот фильм постоянно, но я как-то не обращал на это внимания, а тут вдруг, оп, смотреть разборы, их много, на английском, на русском, неважно. Это вот все к тому, чтобы пересматривать кино. Читать надо, вот, и я думаю, что это обязательно. Вот, я мало очень книг по режиссуре прочитал, прям вообще экстра мало, стыдоба. Но, тем не менее, каждый раз, когда читаешь, особенно в момент, когда ты уже снимаешь что-то или готовишь к какому-то проекту, читать литературу — это вообще супер польза, потому что вдруг для конкретной своей идеи находишь множество новых приспособлений, это очень полезно. Читать — да, пересматривать — да, и прокачивать себя. Ну, надо писать, надо много писать, надо сделать так, чтобы рассказ истории, формулировка истории вот так щелкала, чтобы, ну, не было никаких проблем с рассказом какой-то истории. Просто садишься, и чтобы вот, ну, чтобы была способность сесть и написать. Вот, чтобы в этом было что-то. Ну, просто так, так вот. Писать, пересматривать и почитывать иногда. Все элементарно. Нет никаких, типа, там, магических ритуалов. Надо обязательно убить котенка. Вот, съесть его, и вот то чувство, которое ты испытаешь, потом перенести в свою будущую картину. Нет, мне кажется, так не работает. А ты что скажешь, Ладо? Да не, давай просто почитаем вопрос, ты ответил. Ну, ты ответь на него. Подписываюсь под каждым словом. Вот, да, просто, чтобы включить ребят, потому что они пишут вопросы, выбери три, пожалуйста, и я здесь уже в эфире. Так, хорошо, давай. Почему парень сверху снимает снизу, он хочет давление над собой, давлеть над собой? О, это очень смешно. Так. Хорошо. Ну так что? Как ты думаешь, почему я снимал себя снизу? Мне кажется, стоит вопрос задать самому интерфейсу Инстаграма. Я совершенно не понимаю, как бы, по какому принципу здесь все построено. То есть ты сверху, типа, да, я снизу. Ну, такая расстановка в этом приложении, и все. Хорошо. Там есть вопрос от Hardcore Matthew. Он спрашивает, вот как вы оформляете сценарий к своим клипам, например, «Почитай старших», «Wherever you are», он спросил вот у меня. Я бы сделал вопрос шире. Как ты думаешь, оформление, именно оформление тритмента, насколько имеет значение? Какое, ну, имеет значение? Это важно или нет? Ну, на самом деле, просто ты как бы на уровне бумаги формируешь будущую стилистику визуальную клипа или того или иного произведения. Это важно прежде всего для тебя, потому что ты как бы четко уже понимаешь, как это будет реализовываться в перспективе. Поэтому это полезное упражнение, то есть как бы написав сценарий, подкрепить какими-то изображениями, не обязательно прям вот, который прям ты кадр в кадр хочешь снять, упаси Боже, это вообще нельзя делать. Живопись, ощущения, ассоциации и так далее. Ну, примерно, хотя бы что-то, вот что импонирует по задаче. Примерно так. То есть, поэтому полезно для того, чтобы формировать в будущем визуальное произведение. Дальше. Подписываюсь под каждым словом. Да, это документ, тритмент — такой документ, который позволяет тебе формулировать то, что ты хочешь, и в изображениях, и в тексте, а потом еще группе, вот, всем людям, которые сопричастны, позволяет тебе понять, что вы хотите, ну, что ты хочешь, чтобы вы сделали вместе. Вот, это прям супер важная вещь. Ну, если вы конкретно гонитесь за, ну, чем-то определенным образом, там, или идеей, вот, наверное, если... Я, знаешь, когда, короче, был такой случай, когда я тендерился на фильм «Лед», это был такой уж вроде тендера, потому что я был дебютант, мне предложили как бы до кучи снимать это кино. Ну, и сказали, ну, ты напиши там какую-нибудь, типа, там, заявку. Я говорю, в каком виде? Он говорит, ну, в каком-нибудь. Ну, режиссеры там пишут как-то там.
о чем-то, что ты думаешь. Знаешь, так сказали, ну, напиши на страничку какой-нибудь текст, как ты видишь себе этот фильм. А научные на рекламе, на собственных клипах делать, ну, подробный тритмент, я говорю, ну, хорошо. Подумал, что они просто кокетничают, и написал там 98 страниц экспликации, где подробно расписал там образ города, образ там героев, какие-то там вещи драматические, как выглядит то, как это. Прям огромный документ, я неделю сидел, не вставал со стула. Вот, когда принес, продюсеры такие, я думал, а чем они удивляются? А потом я узнал, что там других парочка режиссеров, не буду говорить их имена, реально сделали экспликацию в виде там 4 или 5 абзацев просто текст. И я думаю, как? Ну, типа, ты так видишь себе этот фильм? Ну, а как можно? И вообще, для меня это было, ну, был страх, потому что ты делаешь ролик 30 секунд, и для него там 50 страниц текста с изображениями, чтобы люди поняли, что ты имеешь в виду. А тут кино, это 2 часа времени, это там миллиард локаций, линий, героев, состояний миллиард. Это не одно состояние, там, или там не сочетание 2 состояний, как бывает в ролике, а ну, просто там целую жизнь должен у тебя герой прожить. Как это можно не оформить? Но вот кто-то не оформляет. И есть люди, которые запускаются с фильмами, просто проговаривая на словах, потом ждут эскизы. Художника то, не то. Я вообще не представляю, как это возможно. Как это возможно вот так, типа, ну, заниматься режиссурой? Это какой-то страшный сон, когда я пришел на площадку фильма и не знаю, что делать. Ну, то есть у меня нет документа, к которому я могу обратиться. Поэтому, конечно, это имеет супер ключевое значение, тритмент, как он оформлен, что там написано для команды. Вот, если у вас есть желание сделать что-то по любви, то это необходимо. Так, что там, следующий вопрос? А, или я ищу, да? Ну, ты ищешь, да. А, блин, кажись, вы профессионалы, слишком долго думаете над ответами. Я закрепил этот комментарий, он нравится мне. Так, документалистика. Большая команда или 2 человека, режиссер-оператор? Сейчас, секундочку. Так, что, прости? Документалистика. 2 человека или большая команда? Сложно ответить на этот вопрос, потому что профессиональной документалистикой я не занимался, смотрел документальные фильмы. Есть разные подходы, поэтому тут как бы ответ фигурирует в самом вопросе. Это не могут быть 2 человека организованные. Ну что, ребят, у меня тоже, между прочим, есть вопросы к Ладу, вот, которые я бы хотел задать. Не только как бы на ваши вопросы, ответы. У меня есть еще личные вопросики. Так что, с вашего позволения, я бы к ним перешел. Наверное, Ладо, у тебя тоже что-то есть. Давай вопросы тогда уже. Все, давай, погнали. Так. Скажи, пожалуйста, зачем тебе кино? Какая потребность вынудила тебя вообще хотеть этой полной формы? Почему ты не остался в короткой? Ну, то есть, это более сложная форма для общения со зрителем или чтобы просто что-то новое в себе открыть? Зачем тебе кино? У тебя так все хорошо. Ну, вопрос серьезный, правда. Нет, я просто никогда не рассматривал себя в качестве клипмейкера, никогда не позиционировал себя. Просто, ну, как бы, ярлыки, шаблоны, они берут людей, вот. Это все гении, которые меня приводили фильму. То есть изначально я занимался вещами по причине того, что я хотел бы снять полнометражный фильм. Вот. Но так как я не находил еще ни свою тему, ни свою идею, ни свою историю, которую хотел, я работал в маркетинге. Вот когда я сформулировал ее, эту тему, сюжет, и идею, и все, что необходимо, что может помочь писать фильм и уже как бы, ну, тратить на это достаточно долгое время, потому что кино — это дистанция, очень дистанция. И в этом случае, слышно, я надену наушники, вот, и кино — это достаточно длинная дистанция, как мне кажется, потому что я не снимал полнометражную картину, мне сложно сейчас судить, вот, и поэтому я вижу в этом как бы конечную цель, прежде всего, что я изначально пришел в эту профессию для того, чтобы снимать кино, вот, и только. Погоди, ты говоришь, сформулировал идею, то есть ты реально сформулировал сверхзадачу, и вот теперь готов снимать?
Ну, я пытался понять, найти прежде всего для себя тему, которая мне будет интересно вот, реализовать в большой форме. Там были идеи, которые, в принципе, могли существовать. Вот. Ну, короче, то есть, ну, ты просто ее уловил или прям сформулировал? Так, все, я понял, я хочу поговорить со зрителем вот об этом. Или рассказать вот такое свое видение. Скорее, ну, просто в силу жизненных обстоятельств я копил определенные события, опыт, который я смог конвертировать в историю, завуалировав это в жанре, в обстоятельствах, которые я использую в фильме. Поэтому, а до этого я просто говорю о красивых каких-то для себя картинках, коротких очень мыслях, коротких, в этих коротких формах очень короткие высказывания. На них невозможно было, как мне кажется, построить там большую историю. Вот. И поэтому как бы я успокаивался. У меня была возможность гораздо раньше снять полнометражную картину. Их было несколько. И были предложения. И я просто отказывался, потому что понимал, как бы, что кроме того, что я получу ремесленный опыт, а мне, в принципе, и так хватает того пространства, в котором я работаю в малой форме. Ну, это же вообще другой опыт, Владу, это же вообще другой опыт. А зачем мне делать то, где я понимаю, что это не принадлежит мне? То есть не я автор идеи, не я автор смысла. Я для себя это формулирую так. Это, это ключевая обязательная вещь. Ну, я ровно по тем же причинам сейчас вот как бы такой... одевая новую обувь, друзья, потому что я снял 2-3 фильма, как раз понимая нужность и важность сказать, да, свое личное. Но я также понимаю, что ремесло – это суперважная вещь, потому что самое страшное для меня – это не суметь сказать то, что я хочу сказать. И вот после первого фильма, на первый фильм заходил, я такой как бы думаю, ну, мне примерно понятно, как это делать, но узнаешь, что это новенькое. Потому что это вообще все по-другому. То есть весь опыт, который был на короткой форме, в работе с актерами, в подборе даже локаций, вот, в работе над структурой, над идеей, над чувством человека и каким-то образным и смысловым рядом, который он проходит на дистанции всей картины с тобой, что это вообще не похоже на то, что я делал когда-либо раньше. И вот у меня дикий страх, даже до сих пор есть сейчас, как бы я работаю над своей собственной картиной, которая вот зерно, то, о чем ты говоришь, это вот все ты, я сформулировал какие-то. Очень важный страх, который до сих пор присутствует, смогу ли я высказать вот эту мысль, не обломав все зубы о производстве техническое кино. И вот те там, условно, там два фильма полных метров, которые я снял, один сейчас вот «Майор Гром» в процессе, и там короткий серия сезона «Горизонта», независимо от того, какие они, то есть мои они, не мои, но вот этот опыт, он настолько казался для меня бесценным, что сейчас я такой внутренний, вот теперь я реально готов. И хотя тоже страхи присутствуют. И это такая очень сложная вещь, но я, честно, уважаю вот твою позицию о том, что, ну, вот дождись, сформулируй очень постепенно и хоть, ну, как бы и так вот входить осмысленно. Это правда очень важно, так подходить к кино, потому что паршивого кино у нас снимается слишком много, вот. Хорошего всегда не достает. И такой вот глубоко осмысленный подход, конечно же, супер важен. Но я всячески желаю и молю Бога и твоего продюсера и твою группу о том, чтобы вам удалось максимально, не то чтобы максимально безболезненно, короче, вам удалось дойти этот путь до конца, потому что первый фильм — это всегда адски сложно, какой бы ни был опыт, на какой угодно другой форме, это, ну, смертельный опыт не только для вас, как для людей, профессионалов, но и для вашей идеи. Вот, я знаю, что вы все придумали, уверен в этом. Вот желаю вам успеха, вот, потому что это, конечно, экстрим. Экстрим, вот. Желаю, чтобы ваша идея, твоя идея дошла в итоге, осталась в фильме, не поломалась там какие-то трудности. Ну, я уверен, ты понимаешь, о чем я говорю. Вот, потому что их миллиард просто этих трудностей вот вообще вот, повсюду. Вот желаю, чтобы все это случилось. Вот, и чтобы тот опыт, который у тебя был, чтобы и смекалка позволила тебе сохранить ядро, вот, и обаяние, вот, и смысл той истории, которую ты сейчас готовишь к рассказу. Вот. Ну, хорошо. Теперь с твоей стороны вопрос какой-то есть у тебя заготовлено? Да, я на самом деле хотел пообщаться на тему, как раз мы затронули эту историю, скажем, эту тему
в картинах, в живописи. Вообще, что такое для тебя авторство и из каких инструментов формируется авторство? И каких ярких, может быть, представителей с каким-то ярко выраженным почерком и стилем ты можешь для себя выделить? Ну и для нас, для зрителей. Mm-hmm. Авторство, ну, это типа комплексный, это комплексные очень, комплексные явления, вот. Потому что, мне кажется, автора одной лишь какой-то вот части, то есть, словно там, визуальный тех, то есть Уэс Андерсон, например, это не статическая камера, да, не статичная камера там, и не его движение камеры. Это даже не цвета, которые он изобретает. Это не отдельно характер диалога там, интонации, да, его режиссерской, как он снимает. Это комплекс всего, что в нем есть. И мне кажется, что авторский язык — это как раз вот то уникальное сочетание уже всем известных вещей, потому что ничего нового в мире нет. Я вот в этом убежден. Не существует ничего нового. Существует только синтез, который создает ощущение нового. Но сами по себе составные части, мне кажется, родились вместе со Вселенной. Вот. Одни просто находятся в публичном известном поле, другие нет. Но как такового нового нет. Есть удивительные синтезы, вот, и сочетания. То есть даже если сравнить, там, не знаю, Жана-Пьера Жене и Уэса Андерсона, они, ну, во многом похожи. Сравнить последний фильм Тайка Вайтити и Уэса Андерсона, они очень похожи. Но они как бы разные, да, этот авторский почерк, он, это всегда сублимация многих-многих-многих разных вещей. Я думаю, что мы авторов видим, когда чувствуем реальную любовь, человек, который делает свое дело, вот, когда ты, ну, видишь, как из человека, ну, вот, с большой любовью, экспрессией что-то выходит, вот тогда возникает чувство автора, да, вот, ну, то есть, Кубрик, да, ну, можно его буквально там по одной картинке сразу узнать, но она, как бы, вот, я не знаю, не только из-за картинки же Кубрик стал Кубриком, будь вот с этими же картинками, условно, чуть другой язык повествования, другой монтаж или другие диалоги, или там, это уже не был бы Кубрик, да, поэтому это какое-то вот уникальное сочетание множества разных сред. И вот выделить авторов, ну, их множество, и многие вдохновляют, то есть во всяких разных сферах, и в живописи, и там в фотографии, и в кино тем более. Ну, не знаю, мне кажется, поиск, твой личный поиск, он состоит из вот определенного количества влюбленностей. Вот прям диких влюбленностей в других авторов, не надо этого бояться. И потом вместе с ними, в сочетании всего этого, родится твой собственный почерк. И знаешь, просто я вот какой-то момент думал, типа, о собственном почерке с позиции того, что, ну вот, что-то же я такое вот делаю, или вот, например, вот хочу сделать не как у всех. Вот это будет мой почерк. И это вообще невозможно. Ну, то есть, когда ты хочешь сделать что-то не как у всех, это невозможно. Точно кого-то повторишь. И когда ты перестаешь об этом думать, вот, а просто делаешь. И потом вдруг смотришь там на протяжении там какого-то времени, там 10, например, там или 5 лет своей работы, и вдруг там находишь что-то сквозное, что ты не даже задумывал. То есть ты это даже не формулировал, но оно просто было с тобой все это время, это чувство, которое вместе с тобой есть. И оно является твоим почерком. Вот его, может быть, зритель чувствует или видит. И это никак не связано с тем, что ты хотел повторить где-то. Или с тем, что ты хотел не повторять. Это вот какая-то вещь, которая внутри тебя есть. И чем сильнее ты свою эмпатию развиваешь, ну, вообще к миру, который тебя окружает, к людям, которые тебя окружают, к искусству и не искусству, к YouTube-роликам, которые ты смотришь, вот эта эмпатия, она потом и родит твой характер. И как он в визуальном ли отобразится или в чем-то еще, это, мне кажется, неуловимая абсолютно вещь. Абсолютно неуловимая. То есть сказать, что Диккенс, вот у него есть почерк свой, потому что он вот именно так снимает, или Павел Павликовский, да, что вот его почерк — это потому что черно-белое и в 4:3, ну нет, вот, или потому что темы выбирает про смерть, нет, это все, мне кажется, сложнее, это, вот, мне кажется, почерк ты не можешь создать, он с тобой есть, и он просто проявляется в процессе того, как ты пишешь. Вот как-то я так это вижу. Ты нашел свой почерк? Ты можешь его сформулировать? Я вот свой не могу. Хотя кто-то мне говорит, я узнаю твои работы сразу. Вот. А я не могу. Ну, абсолютно. Я во всяком случае скорее сформулировал темы,
Вот. Для меня, как, прежде всего, авторский взгляд транслируется через темы, которые выбирает режиссер. Они как бы концентрируются в его работах. Понятно, что есть технические инструменты повествования. Их тоже важно учитывать. Это набор просто каких-то ограничений технических, которые автор для себя выбирает и использует. И они как бы являются его инструментами. Но это всего лишь инструменты, о чем ты говорил ранее. Мне кажется, что все строится исключительно вокруг темы. Для меня, допустим, как раз Уэс Андерсон является Уэс Андерсоном исключительно относительно той инфантильности, которая есть в нем как режиссере, и которая есть в нем как в и которую он транслирует в своих персонажах. Это его интонация. Его интонация, да, так, да. Поэтому у себя я для себя понимаю, что я как бы после того, как выходит работа, анализирую для себя, про что я там говорил, и как бы понятно, что вот есть как, а есть про что. И темы, на самом деле, как бы очень схожи и идентичны. И я понимаю для себя, что я подбираюсь к себе как режиссер, как человек, прежде всего, потому что для меня это отчасти какая-то арт-терапия, помимо всего, для того, чтобы разобраться, про что я, кто я и все. Поэтому я не могу четко сформулировать, и даже про инструменты, про них можно поговорить, но про тему я их для себя понимаю и сформулировал, вот, и в принципе просто от себя не убежишь. Вот основная, как бы, основной нюанс. То есть как бы ты транслируешь ровно то, что ты ощущаешь на определенный отрезок жизни, на определенный этап своей жизни. И это как бы проникает в твоих героев, проникает в ту среду, про которую ты снимаешь. Как бы используешь язык, чтобы, может быть, закамуфлировать что-то, технический какой-то, или язык метафор, да, какой-то, чтобы, может быть, скрыть прямоту своего высказывания или своего состояния. Оно не всегда может быть депрессивное, я не про это говорю. Состояние может быть абсолютно положительное, созидательное, вот, и ты отдаешь миру просто как бы друг определенную энергию. Вот, поэтому в этом случае я понимаю, что я просто для себя понял темы, о которых я чаще всего говорю в той или иной вариации. Они как бы вот для меня прописаны, их определенное какое-то количество, потому что они все в той или иной степени вот как бы... ну это все-таки идет, конечно же, к этой основной моей внутренней теме, проблеме, или как бы, и она отсылает меня к тому, что я... Ну да, я формулировал для себя эти вещи. А ты можешь ее озвучить или нет? Это нет, я считаю, что это абсолютно интимный как бы процесс. Вот, это, как сказать, это сейчас я, как, знаешь, нахожусь как на сеансе у психоаналитика, и будет странно, если я буду транслировать не только свои проблемы, а вообще все, что я испытываю, мне это не нужно. Знаешь, забавно, кинокритики, потом, глядя фильм или глядя там серию фильмов, авторы говорят, все его картины объединены одной темой, проблемой, типа, сына с матерью. Угу. Вот об этом. А, типа, разлаженной семье, все его кино, все его фильмы. И такие, да, да. Фильмы этого автора, вот они все о разрушенной семье у ребенка. Он такой, нет, я снимал об антисемитизме, это все было об антисемитизме. Как с этим быть? Как с этим быть? Это правда такая очень условная вещь. Ну, потому что даже если ты максимально точно тему сформулируешь, в итоге все равно люди будут какое-то чувство испытывать. Нет, это очевидно, 100%. Можно ли это облечь слова? Сформулировать, типа, я буду снимать кино о том, что... Я не знаю, ну, о том, что ты живешь, даже если умираешь. Вот. Ну, как бы, все очень условно. Эти смыслы, конечно, я в итоге пришел к тому, что они все сводятся просто к чувству. Чувству, которое его не... То есть это очень помогает тебе, когда ты формулируешь словами то, о чем ты снимаешь, эту главную тему. Но она потом все равно будет меняться. Она будет меняться, она будет в новые совершенно слова складываться в умах других людей. Вот. И я поэтому для себя это брал просто как раз именно чувство. Вот это как бы есть типа зерно. Не мысль, а чувство. Оно типа может быть вызвано даже разными совершенно ситуациями, формами, разными мыслями оно может вызвано. Но вот оно является в центре. И вот пока вот такой стратегией иду. Посмотрим, я сейчас как раз... Вот с этой как раз подачей и пошел на свой первый собственный фильм, да, который пишу по книге, я пошел по пути чувства. Посмотрим, куда это приведет, сработает эксперимент этот или нет.
Вот. То есть мне было не так важно, о чем будет эта книга, да, там, да, по которой я хочу снять кино. Я вот просто читал много всякой разной литературы, просто ориентируясь на то, какое чувство оно вызовет, насколько оно будет резонировать со мной. И вот нашел одну, хотя тема как бы та, которая я в принципе, ну не то чтобы она меня прям сильно волновала, но вдруг эта новая тема, она вот то чувство, к которому я всегда обращаюсь, оно взыграло. Вот попробовал так. Это интересный опыт. И интересно, конечно, интересен твой вот этот вот подход к зрелости. Спасибо большое за подход. Так, что теперь... А, это был твой вопрос, да? Да. Про... Ну, смотри, я думаю, что я бы, там, мне кажется, потратил бы еще последние там 10 минут, если остались какие-то, может, вопросы, которые ты мне хочешь задать, или мы можем просто пойтись по вопросам. Слушай, мне есть вопрос в ладо, честно говоря. Или ты что, сколько у нас есть времени? Уже время 2 часа 15 минут, сколько мы в эфире, и мне, честно говоря, надо идти тоже работать, поэтому... Я бы просто какую-то 15-минутку финальную бы сделал бы, вот, потому что и ребят уже не хочется утомлять, все уже устали, эти разговоры. Так, ну давай я выберу тогда из самого важного. Мы, пока мы говорили про комментарии, столько всего важного упустил, нам придется с тобой встретиться еще раз, Владо, может быть, не публично. Давай. Я периодически выхватываю комментарии от мною обожаемого комментатора. Это, конечно, спасибо за чувство юмора. Расскажи мне про кастинг. Вот ты сейчас проводил пробы, так понимаю, что уже закончил пробы, да, на свое кино, вот, одно из. Угу. Расскажи мне о технологии, как ты работаешь с артистом, какие, вот, может быть, ты можешь выделить... три какие-то позиции, которые вдруг матч, ты понимаешь, что этот человек тебе нравится, что он может сыграть эту роль. Ну, определил бы свой подход к выбору? Ну, смотри, тут такая ситуация, что я не до конца еще, я еще в процессе нахожусь кастинга, вот, мы еще выбираем некоторых артистов на ту или иную роль. Самое главное, что я для себя понял, что у меня есть возможность проверять на прочность тот сценарий, как бы, который я написал. Вот. Я беру сцену, у меня есть решение, видение этой сцены, как бы вот реализовано в тексте, и вот мы дальше пробуем с артистами, и вдруг я понимаю, что эту сцену можно попробовать иначе. Как бы, и стал, чем больше проб стал проводить, тем больше я стал приносить разных решений. Это полезный как бы, этап, потому что ты можешь совершенно парадоксально попробовать тот материал, который у тебя есть. Это репетиция. Репетиция как бы, с артистами, очень хорошими артистами. Вот, и попробовать совершенно как бы, взглянуть на свой материал так, как ты как бы, его изначально не планировал бы реализовывать, прям вот прямо противоположно, вот просто ради эксперимента. Потому что у меня как бы изначально театральное образование, и поэтому у меня принцип такой работы, что мне нужно попробовать 100 раз и вернуться к первому, то есть пройти этап поиска, понять, что вычленить что-то интересное. Ну, что это такое? Смотри, ну то есть какими технологиями ты, ну условно говоря, вот есть сценарий, сцена есть, ты знаешь, какими качествами обладают твои герои. И есть... Ну, что ты там? Да, просто гениальная штука. Просто гениальная. Ну, давай. Кидай режет. Смотри, вот, есть у тебя два героя. Ты знаешь, кто они, ты знаешь контекст их существования, описываешь это все своим... Описываешь пассажирам, пришли вот артисты к тебе, да? И есть сценарий, который они прочитали. И они играют, да? Ну, нет, мы садимся. Я прежде всего рассказываю биографию, коротко стараюсь сжато рассказать биографию персонажа. Стараюсь рассказать, про что эта сцена, потому что в каком эмоциональном, надо сказать, на каком эмоциональном уровне вы сейчас находитесь в этой сцене, чтобы понимать. Вот, и дальше мы ищем действие, как бы, которое должен осуществить персонаж по отношению как, к другому персонажу. Вот мы сейчас тоже осуществляем действие по отношению друг к другу. Есть, как бы, ну, не обязательно должно быть физическое, оно как бы может быть определить его как бы как внутреннее сквозное по отношению к другому персонажу, что ты хочешь сделать, ну, какая задача. И дальше мы начинаем пробовать еще возможные варианты
аранжировки, скажем, этой сцены. Вот если она, допустим, такая драматичная, и вот у нас здесь такое есть мрачное событие, очень тяжелое, давайте попробуем сыграть это как комедию. Искать парадокс изначально в тех водных, которые есть у тебя в этой сцене. Ты прям пробовал эту драму? Прям да, 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 абсолютно, абсолютно. И я, опять же, вот в силу того, что драма звучит острее, как раз когда она сыграна комедийно, это абсолютный закон, который важно усвоить. Понятно, что не всегда дверь открывается только этим ключом, но иногда полезно взглянуть и прям противоположно, опять же. То есть ты начинаешь пробовать смотреть возможные варианты развития этой сцены. Вот и все. То есть артист доверяет, мы пробуем, приходим к решению, то есть того, что, скажем, эта сцена так работает, условно. Ну, да? Или она. Да. Из того, что ты говоришь, у меня складывается ощущение, что ты вот так сейчас на кастинге проверял свой сценарий на драматургию. В том числе. Это правда имеет большое значение. Вот. Но артистов-то как понять? Ну, то есть, вот... Все понятно. Мы элементарно понимаем мы друг друга с точки зрения терминологии, которой мы общаемся. И по итогу того, как мы проговорили, как артист выполняет задачу поставленную. Конфликтует он со мной. К примеру, или предлагает свое видение, то есть сопричастность к процессу присутствует или не присутствует, но все равно ты начинаешь все это отодвигать на второй план, если ты видишь, что сцена начинает жить с этим артистом, потому что те задачи, ту идею, которую ты вложил в сцену, она воплощается. Все начинает работать. Скажи, а как выбрать сцену, которую ты пробуешь? Ну, то есть здесь целый сценарий? Все очень просто. С какими-то главными героями я определяю. Я прошу артистов подготовить несколько сцен, потому что есть контраст развития в этих сценах относительно персонажа. Он здесь представлен в исходной точке, здесь он уже представлен в точке изменения. И чтобы артисту было понятно, как герой движется условно из точки А в точку Б, также уже в процессе проб мы обсуждаем, как он может видоизмениться, физически или морально и так далее. То есть понятно, что из плоскости литературы мы ногами это пробуем все. Абсолютно обсудили, слушайте, мне кажется, что он может здесь попробовать сделать это так. Я в этом плане всегда стараюсь не объяснять, меньше стараюсь объяснять как, потому что это артист может сам попробовать, как. Мне кажется, ты просто должен увидеть, как он делает это. Вот это самое главное, увидеть как. Потому что задача сказать что, а то как он это будет делать. Ты отвечаешь за задачу и за то, что этот артист должен реализовать. То есть иногда я сталкивался с тем, что артисты приходили и не совсем верно интерпретировали сцену, сценарий. И мне приходилось просто полностью внятно разжевывать. И это не то, что они глупые, нет, просто на ходу где-то прочти, не углядели что-то. И ты сидишь и разбираешь с ними материал. То есть почему вообще этот персонаж произносит эту реплику? То есть самое страшное, что чаще всего я вижу в материале, когда буквально артисты и режиссер допускают то, что сцена написана буквально «дай мне ложку, я ее сейчас возьму», и вот он протягивает ложку, он ее взял. То есть это буквальная иллюстрация этого текста, нет решения. То есть мне важно понимать, что должно быть решение, что персонажи... артист идет именно, правильно? Что он тебе должен предложить решение? Нет, я так не считаю. Я должен как режиссер прийти с решением, а дальше мы уже относительно... Мы проверяем, прежде всего, мое решение. Дальше мы проверяем предложение артиста и находим баланс. Это классный репетиционный процесс. Даже на час я всегда прошу минимум мне давать артист с артистом работать полтора часа. Вот. Ты сейчас говоришь про одиночный кастинг. Нет, и про парные в том числе. Час всего на парные? На парные, говорю, полтора. На парные я минимум два всегда брал. Особенно, если пара вдруг интересует, два часа минимум. Потому что такие взаимодействия, конечно, лично у меня занимают много времени. Вот. Получается такая ситуация, что если мы парные делаем, то я отдельно уже попробовал с одним артистом эту сцену и с другим артистом. И мы уже выработали примерное понимание, что друг от друга хотят, потому что я с артистами проигрываю эти сцены. И дальше, когда они встречаются, они знают текст, они знают, что они должны делать по отношению друг к другу примерно. И дальше мы пробуем смотреть, возникает эта химия, то есть возникает ли эта связь, потому что методология, все это понятно, но все это должно приводить к результату того, что между людьми что-то происходит. Вот если это происходит, значит, мы верно разобрали.
Если не происходит, значит, нарушена какая-то логическая цепочка, и нужно ее каким-то образом отрегулировать. Ну вот еще на засыпку, еще вопрос. Действие или речь, что там тебе важно увидеть? На что ты в первую очередь обращаешь внимание, когда работаешь? То есть сцены ты выбираешь, они действенные с точки зрения действия или в плане вот взаимоотношений и умыслов, вот тебе диалог важно проверить в первую очередь, или пластику движения артиста, как он двигается, вот этого, ну, то есть, или ты пластикой вообще занимаешься в движении артиста в кадре? Ну, пробовал? Действия прямо, есть, ты сейчас просто говоришь о двух разных направлениях, то есть есть действия, которые считаются вербально посредством слова. Не, я имею в виду физику, пластику, артист, потому что мне кажется, это слушай, супер важно, потому что я помню, накололся пару раз так, когда проводя кастинг, как бы мне все очень нравилось, и вот и интонационно, и смыслово, и пластически, вот в смысле пластики речи, там, да, и вот это вот все было прекрасно. А потом на какой-то там третьей итерации кастинга вдруг мы взяли новую сцену, где надо было уже двигаться, вот. И тут такой, оу! А еще хуже было такое, ну, это с артистами, там, может быть, второго плана, не главных ролей, к счастью, когда ты понимаешь, что человек просто, ну, вот то, как он двигает, как он своим телом владеет в кадре, это вообще противоречит. То есть вы с ним нашли, слепили героя, который тебе нужен, а его тело, оно вообще другое. И он, ну, то есть его пластика движения, она совсем иная. Ты как будто не придавал этому значения. Тебе довелось с этим как-то сталкиваться в процессе твоих проб? Ну, я всегда позволяю обозначить как бы условия, скажем, артисту, как ему комфортно, вот, подключать ли ему тело, или ему хочется сесть, но поэтому выбираю разные сцены, там, где изначально точно нельзя сидеть. Ну, вот. Это правда. Вот, или есть сцены, где мы изначально находимся в сидячем положении, но верхняя часть тела абсолютно так же работает, есть пристройки на физическом уровне, которые человек осуществляет по отношению к другому. Поэтому тут, если человек просто сидит, говорит текст, то проблема в сценарии, значит, тоже в том числе, потому что человек не понимает, что можно осуществлять что-то здесь по отношению к другому человеку не только на уровне слова, но и физически. И посыпали сердца. Слушай, я слышал, что тебе пора бежать. Да, давайте, ребят, прощаться, потому что уже 2.5 часа, вот, а мы уже столько всего обсудили. Я думаю, что можно просто как-нибудь еще повторить. Вот. Love My Soul, отдельное спасибо за то, что скрасила этот эфир. Вот. Трюк с орешком действительно смешной, я первый раз его в жизни сделал. Поэтому, ребят, спасибо, раз, что... Ладно, возьми с собой орешки, чтобы мы могли этот трюк сыграть, чтобы там реально что-то упало. Вот. Ну, я тебе могу подавать чашку кофе, но просто сейчас есть там, да? Оп, давай, и раз, кофе. Раз, два, три. Ага. Оп, спасибо. Оп. Отлично. Видите, мы можем как бы не только так. Вот. Да, так. Олег, тебе спасибо за классный эфир. Мне кажется, содержательно. Надеюсь, ребятам это было полезно. Вот. Поэтому спасибо. Да. Всем счастливо, ребят. Пока. Все. Пока-пока.